Сейчас твич, помойка, вот. <свист> <свист> но это не дом, это квартира. Блин, это квартира, но я ее дом называю. Но меня крокодилов обычно показывают э, из настоящей шкуры. <свист> ну что ты начинаешь, ну на что заработали, то и повесить. Да пошел ты нахуй, я твою мамку ебал. А, пошел нахуй, я тоже с твоей знаком. Есть секретный бункер. <свист> Секретное место силы. Так вот, почему ты нам эту дверь не открывал? <свист> да. Ты понимаешь, ты такой секрет раскрыл каждый, и теперь, когда <свист> будет читать ответ на свой комментарий, <свист> 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 будет представлять, <свист> что ты голым это делаешь. Обычно, кстати, так бывает. <свист> Если честно, тогда я две ночи просто вообще, я вообще перестал спать, я перестал есть. У меня домашние здесь все просто охренели. Ты про 2000 год? <свист> Именно. Нас, я знаю, что посмотрят. Именно, да. Я думаю, что нас, нас с тобой точно посмотрят. Поэтому кто там говорит, что кто-то там стримеры или певцы Моргенштерн или еще там кто-то влияет на наших детей, расслабиться просто, а это просто такое время и все. Всем привет! Меня зовут Саша Великолепный, а это проект «Сколько стоит хата?». И сегодня я приехал в гости к одному из самых узнаваемых стримеров СНГ. Алексей Баранов, известный как Hard Play. Добро пожаловать! Алексей, я воль. Здрасте. Не зря я 100 километров от Москвы отъехал. Мы находимся в городе Клим. В гостях у Алексея Хардплея Баранова. Здрасте. Здрасте. Всем. Рассказывай. Рассказывай, Лег, почему Клим? Блин, я хотел отсюда уехать. Я, короче, правда, пацаны, хотел собраться и рвануть в город Зеленоград. Приехал, посмотрел жилье. Вот все, прям посмотрел, и вот знаешь, короче, уже нашел, по-моему, Зел Сити, что ли, он называется, новый комплекс, там строят огромные дома, рядом прям с парком, в центр города, все, все устроило, бабки есть, и что-то, короче, мы загорелись, приехали, внесли предоплату, и потом, короче, я, матушка, там супруга сели и что-то, знаешь, такие. Что-то как-то, ну, не знаю. Ну, не то. Ну, не знаю, как это объяснить, короче. Ну, просто душа туда не лежит, и все. И просто решили здесь остаться. И, кстати, очень вовремя вот эта квартира подвернулась. Леш, начинаем с первого этажа. Ну да. Но это Давай. не дом, это квартира. Блин, это квартира, но я ее дом называю. Она крутая очень. Два этажа? Двухуровневая? Да. да ну да. кайф. До этого ты жил в Хрущевке. Обычная Хрущевка, да, в пятиэтажке. Самая-самая и... вообще обычная двушка. А тут сразу два этажа и все твои... Да. Сколько здесь квадратов? Блин, не жилых 200 с чем-то, жилых 160, по-моему. Но ты чувствуешь простор? Блин, конечно, это, это вообще лучшее, наверное, что было. Лучшая моя покупка, потому что, когда мы сюда зашли с супругой, мы по съемным же квартирам там катались. Ведь все маленькие, знаешь, такие ага. комнатушки сюда зашли, такие, че, блин. Причем, знаешь, какой был прикол, я тебе сейчас расскажу. Короче, когда мы первый раз пришли, вот эта дверь была закрыта. Ага. И мы вообще думали, знаешь, типа, то, что как бы вот, да, там туалет, там второй этаж, мы такие, блин, как до хрена место. Нам хозяйка такая, ну а сейчас я вам покажу здесь, и я такие, блядь, я говорю, кого? А там, понимаешь, мы сейчас пройдем, там вообще просто пипец, очень много места. Но здесь небольшая входная группа, да, коридор. Да, и сразу коридорчик. мы попадаем на кухню. Да, да. 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 И это вот кухня, все, что вообще есть, я буду говорить, что мы купили, но все, что есть, это ремонт, вот, все, 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 это... В по-моему, 2006 или по 2007 году люди как сделали ремонт и так вот он и остался. Здесь очень мало жили в этой квартире, в принципе, но на тот момент дорого богато, а сейчас сейчас конечно он уже ну, потихоньку устарел. Ну выглядит свежо с точки зрения самого ремонта, но наверное дизайн тебе уже что-то хочется уже, да? Конечно, конечно поменять. конечно. Есть уже полностью готовый дизайн всей этой квартиры, но блин денег он стоит немерено пока я не готов сюда вкладывать почему потому что матушки дом строят поэтому пока здесь на стоп как бы у нас есть где жить все чистенько аккуратненько и пока так вы здесь живете в четвером сейчас да я супруга и два сына да. пока я смотрю матч вы смотрите этот выпуск кстати он снят при поддержке моих друзей компании «Беттери». Беттери – это новый беттинг-сервис для молодежи, которая любит спорт. Более того, Беттери – спонсор самарского клуба «Крылья Советов» и молодежной сборной России по футболу. В приложении ты можешь не только ставить на любимый вид спорта или команду, но и смотреть трансляции матчей совершенно бесплатно. Беттери сделали все для того, чтобы тебе было интереснее следить за спортивными событиями, добавляя не только азарт, но и социальный аспект. Регистрируйся в приложении Беттери и получай безусловный фрибет в 1000 рублей по промокоду ХАТА. Не надо делать депозит или отыгрывать бонус, скачиваешь приложение и получаешь 1000 рублей на счет. Переходи по ссылке в описании и забирай скорее свой бонус. Я в 2014 году из Саратова переехал в Москву mm -hmm. просто потому что я уже морально уперся в потолок. Я понимал, что все, что я хотел сделать в Саратове, в своей сфере на тот момент, я в Ивенте работал, я сделал. И мне хотелось уже двигаться дальше. У тебя, я так понимаю, нет ощущения, что в клину тебя что-то сдерживает, тебе пофигу. Ты можешь в любом месте организовать себе и дом, и рабочее пространство, и продолжать развиваться, и открывать новые бизнесы, покупать новые машины и так далее. Слушай, на самом деле, да, это очень крутая тема, то, что вообще стример – это такой чувак, который Блин, если он вот хочет что-то, он это сделает в любой точке мира. У нас самое главное – это нам интернет. Если есть интернет стабильный хороший, мы развернем где угодно, какие угодно проекты. Ну, к такой работе, я так знаю, ты не сразу пришел. Работал ты много, и кем? да-да-да. Пон... Да я вообще на да, самом деле никогда этого не стеснялся. Вообще везде работал. На заправке работал? Да, а нет, там разнорабочим сначала работал, разнорабочим, да, в 13 да. лет мы пошли, бабушка меня э, пристроила, недалеко у нас на Красной, короче, там площади и там стоит огромный-огромный наш храм, стыдно не знать, не знаю название, там кто надо посмотрит, вот, э, таскали кирпичики на, 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 на этих, на тележечках, все лето протаскали, какую-то копеечку даже там заработали. Вот, к бабуле бегал, кушал даже, вот как сейчас помню. Потом, а что мы, что это мы, что это мы, что -то, что это мы? А, в этом, в центре согласия у нас есть, где там трудные дети, там после аварии вот люди попадают. Там мы вообще за, что-то за, наверное, тысячи три мы работали три месяца, короче, нас просто кормили, и мы там шмотки грязные какие-то разгребали, тоже, знаешь, пыль, грязь вытирали, короче, такие, как эти, как домовята, знаешь, такие были, бегали, что-то делали, вроде как копеечка была, и ладно. Вот, а потом, да, потом на заправке два года, это с 17 лет меня по блату устроили, по блату, понимаешь, это, потому что все с 18, 17 лет меня устроили, я два года отработал, параллельно уже учился, ездил в институт в Москву, на час раньше по блату отпускали, понимаешь, электричка в 7, меня в 6 отпускает, я бегом до дома и на электричку, уж 5 минут до поезда. Где еще официант? Разносчик газет, в такси год отработал, это пока на службу устраивался, вот год сидел дом, чтобы не сидеть, вот решил тоже немножко поработать. В охране отработали очень неплохо, в ночных клубах стояли. Кстати, там состоялась эта финальная, знаешь, встреча с моей вот как раз суженной, когда уже прям ей сказал, давай и все, и пойдем. Она говорит, ай, ну давай, я говорю, ну давай. Ну ты такие перечисляешь профессии. Не шибко элитные и роскошные. Все простые абсолютно. Нет, нет зашкварных профессий. Серьезно, нет зашкварных профессий. Даже официантам я знаю типов, которые стали лучшими в своем деле и пошли в крутые московские заведения. И получают сейчас такие бабки, что просто там, я серьезно говорю, очень большие деньги. Можно даже таксистом стать лучшим. Я серьезно. Я работал, я когда уволился ну, раньше не было вот этих вот Яндекс, да, там еще что-то, были рации, станции, антенны, вот эта вся карусель была. Даже тогда я наработал такую клиентскую базу. Почему? Да просто потому, что человек в машину садится, ты говоришь, добрый день, доброе утро, здравствуйте. И знаешь, люди такие, типа, что, бля, типа, что происходит, да. И причем ты это делаешь от души, потому что ты целый день работаешь с людьми, и ты просто, просто ты ведешь себя, как, как дол, должно, понимаешь, быть поздороваться, здравствуйте, там, поедем там, не поедем. Если я вижу, что человек не хотел разговаривать, я не общался. И люди брали телефон. Uh -huh. И я серьезно говорю, мне просто потом звонили, и причем, знаешь, дальние поездки были, там, в Тверь, еще куда-то, то есть у и меня... Какой реально... год-то был? Я тебе сейчас скажу. 16 минус 5 лет, 11, это десятый где-то одиннадцатый год. Uh -huh. Это где-то вот там вот, вот что-то. Это у, у меня так еще... давно, а то как будто, знаешь, кажется, что ты якобы уже такой старый, вспоминаешь эти времена. Бро, десятый год. Ты вдумайся, десятый год, это уже прошло, мать его, 11, 11 лет. лет. Да. И сейчас кому-то скажи, таксисты с рацией, и все такие, че, блядь, какая рация, какое вообще, что ты несешь, человек? Вот, а все да, поменялось, изменилось. Да я помню даже машину свою, на которой таксовал, да. Это что было? Opel Vectra B у меня была. Да. Вот. А сейчас? А сейчас... а сейчас, кстати, <laughs> да. на канале у Заводного Макса я смотрел вот. видео с огромным удовольствием, где ты рассказывал про свой BMW X7, да. новенький 2020 -го года, красавчик. Да, он прям ворвался, короче, я только-только ее купил. Я даже не помню, номера там еще стояли или нет. <laughs> нет, еще не было. Короче, он. Да, 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 номера позже точно взял. Он прям приехал, прям вот мы только-только ее взяли. И он такой: Я еду! <laughs> ну ты мне скажи, в Клину у тебя у одного X7? Нет, нет, нет. То есть, есть здесь нормально все две, с две, Пару тачек, наверное, есть точно, ну таких местных. И кто приезжает, уезжает. Но скажу так, то что, блин, белый... Нет, еще один белый есть, еще один есть белый, да. Просто взять тот же Зеленоград, но он, во-первых, и ближе к Москве, и, во-вторых, Зелик в принципе очень классный город. Ну, мне нравится, мне нравится и Клин, потому что я сюда мотался, как я тебе уже сказал, виниры делать для меня это вообще такой родной уже город стал. А в Зеленограде я знаю живут и Алексей Щербаков, да, и Мединист, да, 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 косяков, да, да, конечно, и еще какие-то очень ребята известные медийные. крутые ребята, да. Поэтому кстати. то, что в Зелике-то много богатеев, да, этот Лапенко же тоже Лапенко оттуда, Лапенко из Зеленограда. О! Там звезды, знает. там блогеры, там полники. Но Он, во-первых, ближе к Москве, это получается Зелик, по-моему, 40 километров от Москвы, а Клин уже туда, 100. к, к сотни да, переваливает. И самое главное, что он в 5, уже, наверное, в 6 раз больше, чем Клин. То есть, ну, там, там реально прям цивилизация, и плюс Зеленоград – это Москва. То есть он и считается Москвой. Ну, да. Кстати, для это меня округ, это всегда, да, округ это округ типа, типа округ Москвы, который расположен черти знает где. По факту, ты чему удивляешься, ты на юг знаешь, уже докуда там Москва? Нет. Она нет. уже все уже. А, ушла. она все туда пошла. Мне кажется, скоро до Ростова дойдет. Пацаны с Ростова. Ну да, давай, расскажи. Расскажи, что ты сюда купил. Я сюда купил, хрен его знает. Я не знаю, вот аквариум мы купили. Это мечта была вообще моя. Потому что он здесь стоял, но он, типа, знаешь, там одна какая-то такая рыбка, такая плавала, говорила: Ребят, я здесь. Вот. Что еще? Ларчка Блин, сейчас скажу, да, он недорого стоит, я не знаю, сколько. Все вместе, наверное, рублей 100 мы отдали. Техника вся была тоже. Техника, да, все было. Все вот краны я переделал, потому что, ну, здесь такие краны уже стояли, типа грустные. Здесь я ГРОХ, Аль ГРОХ, я не помню, как они фирма. Угу. Ну, дорогие, но очень крутые краны, то есть, которые у них там гарантия какая-то невероятная и поэтому, ну. Решили, короче, их взять. Ларчик он себе купил, морозильную камеру. Зачем? И вот, 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 когда вот, вот много детей, короче, там всякую надо заморозить, что-нибудь еще что-то. Вот там вот отдельный ларчик стоит, там мороженка лежит, там, знаешь, туда постоянно все лазят зачем-то. Не знаю зачем. Вот. А здесь на кухне, я не знаю, телевизор он обычный купил. Кондеи были, все было, тумбочку, он там малого, все вещи хранятся. Ну, в основном, на самом деле, как бы это смешно не звучало, как бы огромная хата не была, вот здесь вся жизнь. Ну, типа, здесь постоянно блядь, кто-то ходит, кипишит, кто что-то похавать хочет, знаешь, то есть там. Ну. То есть здесь постоянно такая проходная типа, малой здесь ползает, по полу, ты идешь такой, смотришь, а, пф, там кто-нибудь это пролез, что-нибудь пролил. И постоянно вот здесь тут весь движняк. Потому что, ну, наверное, самая оживленная эта зона. У тебя есть какая-то там. Хозяюшка, прислуга. Нет, у меня нет никакой. У меня есть офигенная жена, которая за всем этим смотрит, все это делает. Но клининговая служба на самом деле один раз я вызываю, где-то в месяц. Ну, плюс-минус. Mm -hmm. Если там где-то что-то засрали, какие-то гости были, могу вызвать. Но у нас это стоит, бро, 5 тысяч. У нас 5 тысяч, причем это моя квартира вся. Вообще вся. Это, это пол. Всякие, я не знаю, все, что вот все до чего у нее руки дотягиваются, вот все они вот тут вот моют, ну, это чистят, конечно. да. Но, по-хорошему, честно, очень помогают вот эти вот пылесосики. Мы сейчас там дальше его увидим, которые по полу катаются. Слушай, ты жену же нужен свою нигде не показываешь. Нет, нет. Есть какая-то причина? Нигде. Да, есть причина, просто потому что это моя семья и. Ты знаешь, не то, что я скрываю. Ну, мы ходим, мы гуляем, то есть, ну, ну, видно, то есть на слышу. улице тебя можно увидеть. Конечно, супруга? конечно, а конечно. где-то в публичном просто, пространстве. Просто понимаешь, есть дом, есть семья. И я ее не хочу в медийную сферу выдвигать. Абсолютно уважаю. Блин, правда. Абсолютно уважаю. Ну, типа, я объясню, почему. Я... Это такой горячий вопрос, который всегда все спрашивают. Покажи, покажи. Я говорю, ребят, реально обычная девчонка, то есть из обычной семьи, не какая-то там с, с такими губами. Ну, ты что врешь то врешь-то. Ну, самая ты лучшая не е... на свете девчонка. Ну, само собой, да. Вот, которой мы уже вместе много лет, которая родила мне замечательных двух сыновей. А если, понимаешь, я бы мог да, давай уж серьезно скажем, она могла вести свой всякие фитнес-эти, ну, угу. ты понял, короче, вот эта вот модная тема, сына бы я мог при желании сейчас уже посадить, он бы уже стримил, пусть они живут просто обычной своей жизнью. Сын растет обычным пацаном, захочет он когда-нибудь, там, я не знаю, попробовать себя в стриминге. Я не скажу даже, что я батя его. Пусть он там сидит, ковыряется, там, пока вот сам все не изучит, вот потом, может быть, что-нибудь помогу. А так, я считаю, что ну, семья – это семья, и это вот дом – это вот то, что здесь. О какой службе ты говоришь? Службе военной. Я мечтал, знаешь, этим, как все космонавтом там раньше стать. Вот. У меня батя просто э, военный был и всю жизнь прослужил. Киевское военное училище закончил и, короче, мы с ним вместе по всему Кольскому полуострову, короче, прокатались. И вот у меня, знаешь, мечта была вот тоже военным стать. Он мне сразу говорил, Алексей, вы у меня дебил, не надо им становиться, потому что, э, ну, если сейчас… А почему, кстати? Раньше было все очень печально, то есть были года, когда я точно помню, что не платились зарплаты по чуть ли не полгода военным, то есть по четыре точно месяца я помню, когда люди не получали зарплаты. люди таксовали люди выживали просто, короче, как могли отсюда тут бабушки-дедушки поддерживали, короче, просто просто голяк такой был, что как только можно. Ну, ты сейчас Потом, про начало 90-х говоришь. Да, 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 да. Это как вот. Как ну, э, вот, э, малой Там был еще. сокращено было в разы финансирование и военных, и да, да. милиции на тот. Потом момент. резко прям короче прибавили, то есть стало постабильнее, моряки стали очень много. Ты про 2000 год. Именно. Нас, я знаю, что посмотрят. Именно, да. Стабильность наша, все. Нас с тобой точно посмотрят. Ну, на самом деле, я не скажу, что мы там бедно жили. Как-то более-менее нормально жили. То есть мясо как-то вообще в Мурманске, я не помню, чтобы сильно, знаешь, там ели, потому что все хавали рыбу. Потому что, ну, типа, на море рядом. Как-то так. Мясо всегда очень дорогое было. Но я не скажу, что у меня детство, знаешь как-то бедное было. У меня детство, блядь, было крутое, когда мы бегали по улицам, я не знаю, палками крапиву пинали, и реально у меня все это помню, и это было очень круто. То есть прям вот полноценное хорошее детство, где много снега, потому что зимы там были вообще просто до потолка, короче. Ну, мы с тобой, мне кажется, застали 90-е в тот период времени, когда для нас любая детская радость, она была невероятным событием. Да, да. Потому что те, кто были уже постарше, они, получается, застали это время, героиновый бум, вот это вся все. Вот это, да, вся да, да, грязь, да. она была на подростках постарше. А мы были... Де... Теб... ты какого года? 87-го. 87-го. Я 90 -го. Но мы, по сути, да, вот не в не этом мест. плане очень близко. Молодой. Вот мы как раз, пока там кто-то ширялся из шприца, мы с тобой крапиву. Слушай, ну мы на самом деле застали, я потому что помню, мы мелкими были, у нас очень много, у нас вот в Клину был прям двор вообще там нарков было очень огромное количество. Прям именно кто прям по-тяжелому, знаешь, убивался. Да, там, у нас всякие. вывозили гробы вот так вот. Да молодые, вот, вот молодые ребята. Да. Вот, лет там 18-20 вот так выкашивало. Там, мне Выкаш... кажется, даже моложе. Там и по да, 16 конечно. лет были, и малолет куча было там совсем. У меня в доме аптека была на углу. И, поэтому и там вот это элитный. Мой подъезд, мой подъезд, это был Вымирал просто. с первого до пятого этажа я в хрущевке рос. Все. И это был один сплошной притон. Жестко. Сейчас ну, все такие скажут, что да, вообще да. происходит. Ну слушай, ну вот у меня такие же воспоминания, что я не чувствовал особой бедности, хотя безусловно сейчас. Ну конечно. Спустя конечно, время да. я понимаю, что я жил в абсолютно бедной семье, но из-за того, что мы были детьми, это так не ощущалось. Все были примерно одинаковые. То есть вот весь наш двор, что вот там, что здесь. То есть я как у бабушки оставался, то есть у бати, допустим, был отпуск, да, я на три месяца оставался на летние каникулы. То есть как бы я родился здесь, но по факту жил там. То есть вот так вот. Но знакомые тут и там остались, естественно. Потому что, знаешь, порой отпуск выпадал на сентябрь-октябрь. То есть я здесь доучивался, понимаешь, чтобы не пропускать месяца там программа быстрее была, я туда приезжал, тупил, наоборот, оттуда возвращался, я был гением здесь в школе, тут я все знал заранее, все уже уроки были сделаны. Ну да, Жи... ну, я, я не помню просто, кто богато жил, ну типа реально я не помню семьи, кто у нас во дворе, допустим, жили там, знаешь, чтоб там прям шиковали. Не, у кого был PlayStation, помню, первый, он купил все, это был бог, царь, я не знаю, там великий человек, которому в квартиру попасть, это была, я не знаю, великая честь. Да, если компьютер. Ты что, компьютер? Это, 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 все, это забей, это, это все. Это, это был вообще просто... <с <с?> ему в ноги кланялись, я не знаю, там он с подъезда выходил, ему говорит, величайший. Блин, все, конечно, весело. Не, ну прикольно вспоминать это. Бойцом прикольно. спецназа стал? Отчасти, да. Отчасти, ты знаешь, может быть, я думаю просто о том, как бы вообще вот могло сложиться. То есть, знаешь, я очень много на самом деле на эту тему думаю, потому что Вообще изначально я, у меня была мечта в Альфу попасть. Я очень много готовился. Мы э, жили год пока в Зеленограде. А что тебя вообще вот, конкретно притягивало? Вообще я не профессии? понимаю. Я начал с 9 класса изучать всю историю. То есть везде, где бы, что бы я мог найти, это я начал читать, изучать. Я никому об этом не говорил, потому что на самом деле я был дрищем э, в школе. И, знаешь, таким прям, ну, обычным типа чуваком. Не каким-то умным, не каким-то этим... Просто без троек закончил школу и все, но не учился. То есть мы в компьютерных клубах гасились, но всегда вот это было интересно, вот эта тема. Не знаю почему. Причем мне матушка тоже там с отцом говорили, это, ну это временно, это знаешь там это вот это вот, вот эта типа идея в башку взбрела, mm. вот это все побежали. То есть они не особо были. Они рады не этому. не особо воспринимали. То есть это как знаешь, я особо честно и не делился, потому что что-то как-то не знаю, с друзьями я не делился. Почему? Потому что, ну, как-то эта идея, знаешь, во мне вынашивалась. То есть я там думал, думал. И как-то, знаешь, эта идея, я смотрю, девятый, десятый класс, одиннадцатый класс. Знаешь, она так постепенно росла, 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 а идея не пропадает. Uh -huh. Потом я пошел заниматься, потом, то есть, вот эта идея, она все больше, больше, больше получала разворот, дальше я начал уже интересоваться, какие нормативы нужно туда, чтобы, допустим, сдать, поступить, какие условия, какие требования, нужно ли, не нужно там отслужить, там, что, как, где, то есть, прям уже просто заморочь пошел конкретный. Дальше это начал, два года были подготовки, год и восемь месяцев, я даже точно могу сказать. Я готовился просто. Каждый день у меня 2-3 тренировки было вообще нон-стопом. То есть это и кардио, и бег. На бег я вообще поставил основной акцент, потому что очень много там бегать приходилось. То есть Ты был машиной? Я уже такой. Блин, я, знаешь, в каком возрасте, я тебе сейчас скажу, когда вообще был пик формы. Блин, если получится, я, когда вы видео будете выпускать, я не знаю, намучу я эти фотки или нет. Я думаю, что где-то можно будет намутить прям мега инсайды. Это прям момент есть, когда я собирался именно туда. То есть как раз мы тогда третий взрослый разряд по троеборию, Причем мы, мы вообще второй могли. Мы типа просто туда не заявились. Я перебирал даже вес. То есть я мог бы и второй мы потянули бы штанги. Фишка в том, что год и восемь месяцев вот эти вот. Ты понимаешь? Это это прям просто, ну вот реально машина была. Возраст я тебе сейчас скажу какой. В 16 лет в 2004 я закончил школу. В, то есть в 2009, когда я закончил институт, мне было плюс 5, да, то есть это 21. 20... Да, да, вот где-то 21, 22 вот в этом возрасте. То есть вот где-то там вот, вот, вот что-то плавало. То есть с 20 лет я начал просто прям настолько усердно заниматься, насколько вообще это возможно. И понимаешь, это, это было прям уже фанатично что-то. То есть я настолько сильно хотел поступить, меня еще подстегивало то, что мне близкие говорили, типа, да ты что гонишь, там, незнакомых никого, типа, куда то вообще щемишься. Это челлендж для тебя был. Это прям, знаешь, да, я загорелся, причем это было на уровне того, что чуть ли я не из дома уходил, то есть это, знаешь, такие прям глобальные вещи. Мне говорили, сынок, давай, вот иди вон, в полицию в нашу, вот, там все хорошо, вот давай в ГАИ устроим. Я говорю, нет, я говорю, у меня есть мечта, я говорю, я хотя бы попробую. Вот, и первый год я успешно, блядь, завалил, я пришел, я все сдал, причем, знаешь, как это выглядело, это, я, наверное, об этом вообще нигде никогда не рассказывал, это выглядело очень забавно, когда ты приходишь, сдаешь, знаешь, комиссию, там рядом сидит какой-то чемпион Европы, там, я не знаю, по какому-то там боксу, еще кто-то, я просто сижу, говорю, блядь, что я здесь вообще забыл, кто, кто ты, воин, вообще, зачем ты пришел, и они, знаешь, как заходили, особенно, по-моему, к хирургу, они вот просто заходят и выходят, им говорят, нет, нет, нет. А почему? Потому что потом я только об этом узнал, любые микротравмы, трещины, еще что-то. Вот те, кто идут на общей основе, их просто забревали на раз-два. Почему? Потому что проще было чувака взять самого обычного. Uh -huh. и научить ему всего, то есть, чтобы он был здоров, чем придет уже просто в глухомань забитый, отбитый тип, и неизвестно, uh -huh. что у него с головой будет, потому что работать с оружием, работать в коллективе, там, и так далее, и так далее, тем более, там, с сохраняемыми какими-то лицами. Это уже потом я узнал, через хрен знает сколько, и когда я зашел, знаешь, я такой прихожу, там, там, типа, четыре, говорят, четыре человека попадут, а там сидит, знаешь, народ, там, он, он ночует, я сутки ночевал, просто в машине у каких-то тоже типов, просто в очереди сидим и... Это выглядит так, как будто какую-то главную роль в Голливуде получаешь. Бро, это вообще, это, понимаешь, это забей. Это такой идиотизм был... Мне матушка тогда звонила, говорит, ты где? Я говорю, ты не поверишь, блядь, я в очереди, я ночую в очереди, они чего? И типа перекличка каждый час, ты понял? Ага. Это, это то есть это вообще это верх маразма, Причем все это видели, все это знали, но просто кто на лавке спал, кто еще где-то. Я даже примерно помню, как это все вот выглядело, вот это место, где мы были. Но самое главное, что я говорю, я честно, я заходил с утра, все не выспавшиеся, не мытые, все какие-то как эти как чуханы, знаешь, все заходили, вот, просто массовый вот этот поток. Повезло тем, кто, типа, рядом жил, умудрялись еще и барыжить квартиры сдавать. А у меня бабок не было, типа, мы с типами какими-то в машине забурились, поспали и все. Пошли, знаешь, типа, как-то это забавно так выглядело, то есть я шел, как-то честно было вообще, типа, уже, ну, я что-то расстроился, говорю, да уже не попаду. И просто понеслась. Раз, прошел, два прошел, три прошел врача, я типа такой, знаешь, сижу. И я вижу, знаешь, как народ просто отсеивается. Они такие прям прям толпами. Блять, захожу к окулисту, короче. А у меня зрение было, блин, ребят, четвертая или пятая строчка. Или пятая, шестая. Короче, нет, наверное, пятая-шестая строчка. Ну, это короче, не идеальная далеко. Вообще категорически, то есть. Блин, у меня в бабуле это, короче, а у меня линзы были, я еще и в линзах пришел, я ее, короче, обмануть хотел, ты понял? Вот, э, я не успевал. Я очкарик. Да-да-да, она, она такая, знаешь, а там же закапывают херню, ага. она говорит, линзы ты снимить? Ага. Я снимаю, говорю, блять, она типа от винта, и знаешь, как от винта дали? Не полностью весь пакет документов, они говорят, типа, у нас на год еще сохраняется если вы не передумаете, то можете прийти. И вот этот момент был самым переломным, потому что я просто типа такой, да с хера ли я передумаю. И как раз вот этот год вот я проработал в такси, угу. я съездил, я сделал коррекцию зрения, мне тогда очень выручили родители, потому что, как сказать, это, ну, тогда это очень большие суммы были, порядка 50, по-моему, 60 тысяч на два глаза, Коррекция, она только-только, -то, блин, мне кажется, тогда она только-только начиналась, могу ошибаться, то есть в Клину у нас этого точно не было, это в Тверскую клинику я поехал, вот это все сделал, зрение идеальное стало, слава богу, и до сих пор оно идеально, но знаешь, вот эта вот цель, когда постоянно тебе со всех сторон, знаешь, вот это вот давай, иди работай, ничего у тебя не получится, не получится. А ты, наоборот, ездишь, поработал, пошел потренировался. Тренировался, вот когда уже в такси работал, чуть-чуть поменьше. Честно, особо не верил, короче, ну... И потом, если ближе уже к истине, я пришел, я очень быстро прошел тех врачей, которые были, я не знаю, что это за прикол. Потом начали серяться справки, бумажки. Знаешь, это типа нарочно делают, те, кто уже типа очень высоко доходит. Еще проверяют человека, хочет ли он там реально да. служить. Это постоянно надо, блядь, принести какую-то фотографию. Мы потеряли это, мы потеряли то, я даю Знаешь, ёп... мне с клина постоянно мотаться в Москву. Это, это просто было, я не знаю, денег особо уже не было. И я все равно это довез. И потом, знаешь, такой бам и затишье. И я такой. Блядь. И мне просто, знаешь, сверху. Ну что, поступил? Знаешь это? Я говорю, да поступил. И сам думаю, бля, столько времени я потратил, столько времени я убил. Потом просто пришло вот это письмо, в котором уже было типа предложено, придите в отдел кадров. Это было уже подписание, там один кто по блату попал, по-моему, в, 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 кадровики. Девчонка какая-то была, честно, не знаю, куда она попала, потому что, ну, типа, не особо как-то говорили. Четыре, короче, как вот говорили, четыре То есть человека. Среди вот этой толпы, о которой ты говорил, были и Короче, как говорят, да, но, ну, возможно, это, знаешь, куда э, попадают? Это не служить? Они как бы тоже считаются служат, но это кадровики, а. всякие вот эти вот. Не, на самом деле, я даже знаю, кто почему в кинологах были девчонки. То есть ну, я знаю, да. кто да попадал. То есть реально есть же. Ну я к тому, что они все в одной очереди. Все вообще вообще плевать. То есть никому не делали ни скидок ничего. Но потом, когда я услышал, я говорю, какой процент отсеивался? То есть нас собрали, я не знаю, кто с нами разговаривал, мне кажется, это не с ФСО, наверное, скорее всего, с ФСБ люди. Вышел чувак, просто говорит, мы вас как бы поздравляем, вы прошли. Uh -huh. Есть кто передумал. Да, и э, все, типа, знаешь, такие смеются. Он говорит, вы зря смеетесь. Именно на этом этапе есть люди, которым настолько все надоедает, что они просто, просто берут. Представляешь, финишный этап, вот все, вот, вот, вот. Все, бери, заключай договор, контракт. Они говорят, нет, нам это надоело, все, до свидания. Эть? здорово что ты спрятался? Пойдем, что покажу. Смотри, смотри. А? А? Ты вот у богатых бываешь? О, а? Крокодил, видал, какой висит? Это не подожди, он ящерица, смотри, какая. Видал? Но мне крокодилов обычно показывают э, из настоящей шкуры. Ну, что ты начинаешь? Ну, на что заработали, то и повесили. Но это, на самом деле, от старых тоже хозяев осталось. Мы зашли прям, это из гипса типа сделали. Они там что-то где-то путешествовали. Ну, это такая роскошь из нулевых как раз. Да, 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 да. вот это вот дорого-богато. Но, блин, я не знаю, я ну, вон, полотенце часто вешу. Я, короче, Приспособился вот так вот тут раз. Короче, Зубы ему. Да, и он висит, все нормально. <laughs> Я не знаю, такой лайфхак. А так, это полотенце, и вот, вот, вот такой вот туалетик, тоже, видишь, они как-то сделали интересно, там, мозаикой. Ну, это раньше вот модно было. Раньше, да. Раньше да. Ну, ну, пойдем, пойдем, пойдем. Мечта, она все-таки, когда ты к ней идешь, воспринимается одним образом. А когда ты уже достиг ее, у тебя могут быть другие уже эмоции на этот счет. Слушай, а на самом деле оно так и было. Когда я просто попал на службу, понимаешь, это было типа вау, вот этот эффект Вау, угу. что да, у меня получилось. И потом, знаешь, когда ты окунулся во все, это такой: блядь, Боже, это не то, что я хотел. Это, 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 Реально блядь. не то, что я хотел. И дальше уже началась борьба, там внутри. То есть, когда ты уже вроде бы как попал, ты начинаешь снизов. низов. То есть, я начал вообще с самого простого. Я просто не могу эти отделы называть. То есть, ну, я думаю, все понимают, по какой причине. Грубо говоря, я начал работу со шлагбаума, если вот на пальцах объяснить. А, вот так. С самого вообще простого, да. То есть, это был объект. То есть, все, я служил, это я уже в ФСО работал. Но, понимаешь, это прям самое было простое. И на тот момент я такой, Боже, я говорю, это же вообще не связано с моей мечтой. Ну, в моем понимании ФСО это же Федеральная служба охраны, да. это, то есть люди, да. которые непосредственно обеспечивают безопасность первых лиц, безопасность объектов госохраны, в местах их временного или постоянного пребывания, также членов их семей и так далее и тому подобное. У -у -у. То есть это не депутаты, это кто захочет почитает федеральный закон о госохране. Это первые наши лица и все те лица, которые, так скажем, подлежат статусу объектов госохраны. Угу. Назначает их либо в силу их должности, либо сам, само первое лицо государства назначает. То есть он может пальцем сказать, вот ты будешь, допустим, объектом госохраны. Все. И ты не можешь сказать, нет, я не хочу. Все, то есть ты будешь по полной уже заряжаться. Ну я к тому, что ты открывал шлагбаум, который ведет куда надо, это не просто какой-то да, там. Ну отчасти не да. Не сторож да. далеко. Нет, 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 это Слушайте, конечно это не, не сторож. Зря да. Это была да. вот эта подготовка. Да. да. Дальше больше я начал заниматься на месте. Ну там ночь, то есть посменно же работали, то есть допустим там три через три или еще как-то. Короче, было время отдохнуть. Было время почитать там ну всякие правовые да нормативные документы и было время именно позаниматься занимался я очень грамотно я на самом деле делал обход то есть есть да понятие обхода uh -huh. по территории территории всегда ну мне по крайней мере попадались очень большие это ты мог пробежаться то есть ночью пока никто не видит пока никто не палит я знаю кто сидит на камерах то есть что меня там не сдадут ничего uh -huh. ты мог пробежаться по территории ты мог, допустим, поджиматься, ты мог как какие-то комплекс какой-то определенных упражнений сделать, стояла такая херня досматривать здоровые машины, короче, ты мог поделать, допустим, на трапецию, на спину, еще на что-то, то есть всеми подручными средствами, потому что, естественно, там никто гантели не будет модельный тренажерный да, 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 и в этом был на самом деле свой цимус, свой кайф. Как раз тогда я, наверное, угробил себе спину, потому что начал в бронежилете бегать, то есть я узнал, что есть такая норма при поступлении уже выше в отделы есть норма то есть могут э, нацепить бронежилет. Ты можешь в нем побежать. Прости, а выше это уже ФСБ? Нет, нет. Э, на самом деле, ФСБ и ФСО, я так думаю, это две службы. Я не говорю какие-то там сверхсекретную информацию, это можно на самом деле все найти в интернете вообще в свободном доступе. Их служб миллион то есть, вот есть, э, допустим, структура, да, ФСО условно, у нее как паутина, разветвление идет. Это могут быть там одни люди, В, там выездная охрана, личная охрана, еще кто-то, еще кто-то, спецподразделения, э, всякие э, этого матобеспечения, еще чего-то. То есть понимаешь, что вот это все работало, это же все... Происходит внутри определенной структуры. Вот смотри, мне всегда было интересно: вот эти люди, которые э, одни и те же лица uh -huh. на фотографиях, на видео, в новостях, там, с, <с <с с, которые ходят с Владимиром Владимировичем, это тоже часть ФСО? Или конечно, это вообще конечно, другая структура? Нет, это тоже ФСО. Нет, в ФСО есть, так скажем, отделы которые занимаются непосредственно обеспечением безопасности первых лиц. Я к тому, что они не выглядят, знаешь, такими подготовленными машинами. Они ты выглядят даже не абсолютно большими гражданами, играющими роль э, вот, как ты, даже, ты даже не представляешь, насколько жесткие туда требования. То есть начиная от роста, кончая физ подготовкой, кончая э, подготовкой вот здесь. То есть это люди, заряженные настолько и то, что они умеют, что в тире, что в тренажерном зале, да, там, угу. так я его назову, тренажерный зал. Поверь мне, это люди, которые заряжены вообще просто по полной программе. Олимпийские игры можно отправлять. Там просто забей. Ты даже не представляешь, какая у этих лиц подготовка, потому что мы наблюдали за этим. То есть пока я был молодым сотрудником, именно когда я уже перевелся в другой, так скажем, отдел, угу. да, без уточнений, то есть я наблюдал за их тренировками, то есть как они тренируются, как тренируются спецподразделения, отчасти тоже мы видели, то есть по стрелковой подготовке, там вообще забей. То есть там, понимаешь, там нет такого, что сотрудник должен, знаешь, там возиться, там прям в спаррингах стоять, это верхний профессионализм. Угу. Человек, у тебя есть, я тебя охраняю, я не, до, не, не могу долго завязываться с кем-то. Он меня отвлек, я отвлекся, тебя взяли... Логично. Все тебя нет. То есть я должен моментально выводить человека из строя и как я это делаю, это не важно. Mm. Поэтому зачастую, то есть люди вот, которые есть, которых мы все видим на камерах, вы даже не представляете их возможности. Есть, естественно, ну общие, да, там <свы> человеческие возможности, но то, как они работают, есть, существуют люди, которые работают в толпе, существуют люди, которые работают на расстоянии. Я не буду уже уточнять. Повторюсь, это уже не нужно, но те, кто надо, те меня поймут. Я считаю, что в нашей стране, в нашей стране, в Соединенных Штатах, еще две страны, просто называть их не буду, тоже крупные очень державы, в которых это лучшая охрана в мире, это железная, я могу сказать. Я могу это опираться как на свои данные, так и на всякие, среди всех, всех спецподразделений проходит, по-моему, каждый год, раньше проходило каждый год, сейчас не могу быть уверенным, происходят соревнования как mm -hmm. по стрелковому, так и по другому, всем вот этим вот прикладным вот всяким видом. Наши ребята всегда были на высоте. То есть и снайпера наши, и люди, кто работают, так скажем, в толпе и все остальное. То есть это реально спецы своего дела. Там кинозал. Пойдем покажу. Кинозал. Да, а? Вот, здесь, короче, кинозал, ну типа как, наверное, можно его да, назвать. То есть задумка была под кинозал. Слушай, а ну есть охрененно удобные, на первый взгляд, Кресла? Да, они хотели забрать. Они говорят, это какие-то там итальянские, испанские, они там что-то все гнутся. Типа тогда мы отдали огромное количество денег. Я говорю, не надо ничего забирать. Я говорю, все остается. И когда мужик потом вот так рукой махнул, говорит, Телек, «Ну, был тут? Нет, телевизор это моя гордость. Это вот я вот, знаешь, вот смотри с этих, с аудиосистемами, а? 85 дюймов. Думал, короче, повесить проектор. Потом, короче, что-то подумал, подумал. Говорю, качество картинки хочется, чтобы, знаешь, сок прям пёр просто из тех щелей. И, короче, купил, справил. Дорого? И дорого, ну, знаешь? наверняка. Блин, Давай сколько? Давай угадывать буду. Давай. Пол мульта. Побольше. Побольше, 600. Побольше. Почти, по-моему, почти, по 700 не он вышел. 700 тысяч рублей. Это со всей техникой? Это со всей, да, 700. А, это вместе а, вот с вот так, этим вот вот, так. вот с колоночкой. С, с, как он? Саундбар, чи не саундбар. саундбар там бар, ребята саундбар, умные да. в комментариях напишут. Они, у у у нас в комментариях самые умные, ребята. Да, там, они все А там еще сейчас. и твои же придут. А эти, эти вообще сейчас начнут этих спамить, вот этих вот и сразу бан. Слушай, 85, он даже, кстати говоря, вот с такой вытянутой длинный Он теряется. Он теряется, Его дед да. больше. Я тебе серьезно говорю. Был 92. 92, знаешь, сколько стоит? 3,5 миллиона, 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 да. 3, 2. С... 2. Я говорю, я говорю, насколько будет больше? Он говорит, вот настолько. Ну, да, по краям. Да. Я говорю, серьезно? <laughs> я говорю, ты что, издеваешься? Ну там, говорит, 8к. Я говорю, ты мне давай это, бабушку не лохмать. Я говорю, эти 600к, или говорю, там, да, 700к, или 3,5 миллиона. Я говорю, с ума сошел. Но у тебя время-то <laughs> бывает смотреть. Вообще? Нет. Вот сейчас буду жаловаться. Вот прихожу, э, нет недавно смотрел знаешь чего жмурки mm. смотрел фильм о, -о, -о. о вот там вот лег прям шедевр я, да 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 запустил не знаю с чего прям мне пиван деполо привезли с этого <сёк> я редко когда вот эти вот пиво ваши вот эти все пью Охладить -кто, пиван кто тебя смотрю с алкоголем с раку не с алкоголем там лежит сок и энергитосы а вот алкоголь он просто стоит но зачастую кстати вот этот весь алкоголь я вот могу иногда вискаря вот прям вот вот так вот чуть-чуть mm. то есть я ну, не сторонник этого я, ты знаешь, оно как бывает, ну, типа, с колой, ну, прям, ну, 2 по 50, может, там, знаешь, за весь вечер, там, за несколько часов ты... То есть это не смысл нажраться, а смысл просто, ну, типа, вот, ну, вот захотелось. Да, да вот, вот туда он стаканчик ставишь, чилишь, отдыхаешь, смотришь. Вот, поэтому как-то так. Еще, еще тебе еще чем похвастаться. Здесь вот, он видишь, как кинозал, сейчас плавно, он перешел в такую вот детскую, потому что ага. мало здесь ползает, старший с ним играет. Я тут что-то тоже время от времени ползаю. Ай, картина, смотри, какая. А? Сисястая какая барышня. Ты это знаешь, Красиво. хоть это кто, что? Ну, я откуда знаю, кто. Мне просто барышня нравится. Смотри, какая чертовка смотрит, выглядит. Голая женщина? Почти. Почти, но в пределах разумного. Да, я тебя обывательским вопросом завалю. Давай. Вот я как-то ради интереса гуглил селфи с Путиным. И в интернете, ну, куча фотографий, и видно, что с ним фоткаются не только роль играющие ФСОшники, но и обычные люди, там даже дети, подростки. Вот как в Федеральной службе охраны понять, что вот этот э, мелкий неподосланный кем-то там из Запада, а обычный парень, который просто хочет сфоткаться с президентом своей страны? Ну, смотрите, любое мероприятие э, лиц объектов госохраны, включая первое лицо нашей угу. страны. Оно всегда запланировано. Крайне редко, очень редко бывает какой-то знаешь, момент, когда просто человек разворачивается и говорит, я пошел вот туда. И все такие, знаешь, просто у всех вот такие вот глаза, и все понимают, что не, чем по плану, это... не по да, плану. да, 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 что-то пошло не по плану. Вот, зачастую все те, кто хотят сфоткаться, их тоже заранее знают. То есть, знаешь, такие спойлеры. В принципе, это тоже не секрет, я думаю, все это прекрасно понимали. Но бывают, бывают такие моменты, причем не только у первого лица, когда просто кто-то может подойти. Угу. Там, соответственно, уже работают, нужно по ситуации. То есть уже ты видишь, что за человек ты примерно прикидываешь, что он может есть определенные признаки нездорового какого-то поведения. Есть целая книга Талмут огромный. То есть как примерно можно понять, есть элементы одежды, которые, допустим, могут смутить сотрудника. То есть он может приостановить и на это имеет полное право. Угу. То есть потому что ситуации, поверьте, те, кто не попадают даже, возможно, на телевизионные наши экраны, их огромное количество. Потому что люди, ну, чудиков очень много, которые реально, они без разговоров подойдут и что-то сделают. Поэтому все, что мы видим вот по нашим этим голубым экранам, мы видим прям вот мизерную часть того, что на самом деле происходит. Подразумевал контракт какие-то секреты, которые ты должен хранить после его Сто процентов, конечно. То есть есть вещи, которые ты сейчас называть не можешь? Я могу называть... Если на пальцах объяснить, я могу называть все в общем. Я могу общие вещи говорить. Ты можешь сказать, сколько ты зарабатывал денег? Да, 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 это моя личная информация. А расскажи, И, интересно очень, если не секрет. Слушай, 40-50 тысяч, пока я служил, дальше уже там пошли выше зарплаты. То есть это сколько все... максимальная вот у тебя была планка? Ты, наверное, уходил-то на максимальное уже? Да, ну рублей, наверное, 50-60 где-то в этом районе, там плюс-минус. То есть э, очень много было часов переработки. То есть мы, любой сотрудник, вот, по крайней мере, в тех отделах, где я работал, там, у ребят переработки просто немерено. Полгода люди отдыхают потом, 8 месяцев. То есть ты как бы служишь, ты как бы есть, uh -huh. ты как бы должность занимаешь, но тебя нет. То есть ты просто идешь в отгулы и все. Вот представь, то есть сколько люди перерабатывали. Это, ну, то есть эта работа просто нон-стоп. Тебя постоянно куда-то вызывают, ты постоянно куда-то ездишь. Ну, в этом есть свой кайф, наверное, знаешь, когда пока нет семьи. Вот в этом есть свой кайф. Как только уже появляется семья, то есть у тебя начинается немножко переосмысление, и очень много людей вот именно на этом промежутке времени, они уходят уже в такую жизнь уже более умеренную, так скажем, да, спокойную, более спокойно. Что тебя сподвигло уйти со службы? А, ты знаешь, я просто понял, наверное, то, что я первого своего ребенка, я его практически вообще не видел. То есть это до смешного, снаряда в наряд. Вроде как официальный, знаешь, график он был, но его вообще не было. Это постоянная езда куда-то, это определенные вещи на службе, то, что так скажем пришлось увидеть, пришлось чем, так скажем, в чем поучаствовать в силу службы. Поэтому эти вещи, наверное, пусть останутся за кадром, люди определенные и конечное решение это система это система, которая, если ты хотел идти дальше по службе, ты будешь стучать, ты будешь закладывать, ты будешь своих же пацанов сдавать, рассказывать, какие они плохие, чтобы дальше самому продвигаться. Вот это меня окончательно просто в край добило, убило, потому что пытались, как, как сказать, это везде такое. Это не только ФСО, это везде все, что связано с вот этой вот системой, это везде эта карусель творится. То есть, если ты хочешь быть там, знаешь, начальником, то обязательно должен быть, извините меня, мудаком. Ты будешь мудаком по отношению к своим подчиненным. В крайне мало где существует реально хорошие, добротные, нормальные отношения между руководством и подчиненными. Потому что все остальное, это сто процентов, это надо вот, знаешь, вот, вот чем-то вот кольнуть, вот, вот вздрачнуть, вот, знаешь, вот так скажем, чтобы вот, знаешь, вот, вот показать свою значимость. То есть, к сожалению, в руководстве очень часто и даже в таких структурах попадаются люди, которые, блядь, самоутверждаются, которые передаю привет этому человеку, да, я вот, вот чувак был, который, знаешь, он самоутверждался за счет сотрудников, то есть вот был такой вот, вот чувак. Ну какие-то комплексы, наверное. Комплексы, да, знаешь, там штанишки коротенькие такие, ботиночки нечищенные, то есть, ну кто mm -hmm. служил, тот поймет такой, знаешь, этот а, был такой чувачок. Но честно благодарен. Ты будешь смеяться, я благодарен этим людям, я пытался найти встречу с ним. Я через ребят передавал, я правда хотел встретиться в Москве с этим человеком uh -huh. и поблагодарить его. Поблагодарить за то, что он стал одной из тех причин, знаешь, окончательным уже моим решением, то, что я сказал, все как бы окей. Потому что этот чувак, когда он ушел с этой должности, как оказалось, знаешь, я по ходу дела все сливки собрал, он ушел, и пацаны, пацаны, все, кто мечтали о карьере выше, начали переводиться из отдела в отдел. То есть они начали развиваться дальше. А этот чувак, ну, он Свободно начал... вздохнули. Они просто сказали, господи, слава богу. Естественно, они ему это не в лицо сказали, но это вот на таких на задворках, в кулуарах, можно сказать. А были люди, которые тебе запомнились напротив, как настолько душевные, что ты думаешь, Конечно, 100%. как вот такой винтик в этой системе вообще уживается? Все коллективы, все, кто меня смотрит, ребята, все, кто когда-то вообще меня увидит, все, с кем я служил, работал. Я могу с полной уверенностью сказать, что все обычные ребята, с кем вот именно я работал на объектах, в каких-то местах, да, ребят, вам всем огромный привет. Я правда, телефон у меня тот же. Звоните, пишите. Может быть, там на стрим залетайте. Я буду реально рад с вами пообщаться. Есть те, кто меня смотрят, есть те, кто залетают, тоже и с разных совершенно отделов. Спокойной службы, все, кто до сих пор работает, и скорейшего окончания контракта. Какие-то ограничения у тебя сейчас по жизни есть из-за того, что ты служил? Ну, например, не можешь выезжать за границу. Э, там, не знаю, не можешь какие-то счета открывать или еще что-то такое. Слушай, нет, со счетами... Ну, я так скажу, в зарубежных у меня никакой недвижимости нет. у меня нет счетов где-то в иностранных банках. Может быть, это и нельзя... Но я с этим просто не сталкивался. По миру типа, я... ты можешь ездить? Вот невзирая сейчас на пандемию, вот до есть нее. Есть страны, в которые не рекомендовано ездить. А, вот. вот давай <laughs> вот так вот скажу, да тоже так вот, давай более размыто скажу, потому что ну просто я могу тебе те прям четко сказать, но это будет уже не надо, короче, просто не надо. Но, в принципе мы и так страна... все знаем, с кем мы дружим, а с кем да. не очень. Вот, вот на пальцах, да, пацаны, вот. короче, вот, вот с кем дружим, а с кем не очень, то есть. По факту. Отдохну с семьей в Турции спокойно. Да. Но несмотря на то, что секретка, да, там, но можно. Короче, можно съездить спокойно, то есть без всяких там этих проблем. То есть с семьей, короче, я могу съездить без проблем. Вот. Опа! Я так. вижу красное дерево. Или что это? Сейчас попрет. Сейчас. Пойдемте, что покажу. Сейчас эти красные, не красные, чьи не красные. Я, короче, тебе рассказываю: вот этот стол и вот этот стул. Хозяин точно хотел забрать. Он в самый-самый последний момент, типа, мне в падлу, хрен с ним пусть остается. Честно тебе говорю, жалко вообще вот такую вещь, потому что лучше бы он его забрал. Но он был, я так понимаю, фанатом, знаешь, у него здесь книги разные стояли. Uh -huh. э, вот этой всей Сталина, короче, Черчилля вот это вот он тут прям читал. И он сделал стол, блин, я боюсь соврать, типа, по образу и подобию, как у кого-то вот из вот этих вот тут да 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 и он прям он заморочился он реально очень тяжелый если ты попробуешь его поднять это в лучших традициях да 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 он прям был вот этой темы видишь он прям просто огромный боюсь на дороге да и он короче вот заморочился он его оставил все все вот это стул на самом деле не очень удобный но ты знаешь я его не стал никуда убирать не выкидывать он, он, знаешь, вот прям за него садишься, он прям, ну, вот прям и все. Я очень редко, на самом деле, здесь нахожусь, там, в ноуте что-нибудь поковыряться. знаешь, какой нибудь с утра, с утра вот, если созвон есть, с какими-нибудь рекламодателями, с партнерами, ага. еще с кем-то, э, 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 в трусах берешь, вверх одеваешь, ну, я думаю, так все. Конечно, там, да. спрятался. Да, там за столом. спрятался, раз умное лицо сделал, у тебя аквариум, там, это, знаешь, там кот сидит, <свят> ты там учишь. Да? Вот, и вроде как дорого-богато. Но на самом Мне кажется... деле... Люди, не знающие, могут подумать, что вот такой ноутбук, то он 1350, наверное, стоит, да? У рублей 300 он стоил, ну, 300 а сейчас стоит. не знаю, да. Ну, думают, ну, наверное, раз такая мощная машина, за ней играть можно. Сел и стримишь прямо здесь. За ней реально можно вот. играть, кстати. Ну, как бы это смешно не звучало, за ним реально можно играть. Конкретно за этим ноутбуком. Но забегая вперед, ты же не дома стримишь? М -м. Дома, понимаешь, это другое. Я тебе правда говорю, мог бы расскажу тебе мечту свою. Никому не рассказывал. Ну ладно, расскажу. Хрен с ними. Я знаю, что они сейчас спросят. Я студию арендую. То есть для меня важно переключиться с домашней атмосферы в этот. С одной стороны... Чтобы углоба. дом, работа. Да. Да. Пусть я 10 минут потрачу на дорогу, но, понимаешь, я пришел, а там уже все, там работа. Mm -hmm. Потому что дом, это начнется вот эти визги, писки, сопли, сиськи, писки. Обед готов, вот о, обед готов, обед готов, о, обед готов, блять, пошло по этой по цепочке. Ужинать. Вот это вот, кто-то телевизор. Понимаешь, то есть для меня важна все равно вот эта вот атмосфера. Не то, что там не семья мешает или еще что-то. Просто пока что, наверное, нет. Может быть, когда-нибудь, да, есть мечта. Могу рассказать. Да. Но да. это вот такое. Значит, эксклюзив. Да. У матушки, значит, где-то порядка 30 соток земли. Много. Mm -hmm. То есть большой участок, хороший, такой вытянутый. Ну, вот ты ее дом построил. сколько стоит хата, поэтому не говори много. 300 соток уже... Ну, нас не для... удивишь, что... я знаю, что у вас там вот эти вот ваши вот эти вот по 3 миллиардов вот этих вот. Вот, да. Поэтому я со своим столом здесь как-то сложно, наверное, напишусь. Пацаны, сорян, здесь набои надо заклеить еще где-то. Вот, ну как и есть, есть мечта, свое вообще стримерское место, только уже не снимать, а знаешь как, вот чтобы у меня просто домик живет. Отстроить. Да. Но не домик, нет. Я у Кориша увидел одну вещь, он фанат, у него пацан занимается мотокроссом, Димон, привет тебе огромный, он мотокроссом, у него, знаешь, какой крутой, он все эти вот лет вот подлетает, там трюки делает. И у него, короче, чуваку 40 с лишним лет, ты по нему увидишь, он выглядит моложе нас с тобой вдвоем. Он, короче, кепки такие, у него, знаешь, молодежный стиль. Короче, блядь, у него есть гараж. Мать твою, это не гараж, это, это понимаешь, это, это, сука, произведение искусства. Там полы теплые, там, короче, mm -hmm. все вот это вот, вот, вот это вот. И самое главное... Вот у него, знаешь, как сделан прямоугольник, у него гараж идет, да, два въезда, там машины, мотоциклы, там он фанатик всего этого. Сбоку поднимаешься, второй этаж, и там просто его вотчина. Там, блядь, стоят барабаны, там, я не знаю, там все что угодно. Но там и еда, то есть он может приготовить, душ, все. То есть там по факту это вроде как дом, но не дом, ну у пацанов уже слюни потекли на такое, бля братан, ты бы если бы увидел, я тебе отвечаю, там еще стоит э, комарик заряженный, понимаешь, там стоит мод э, и вот просто вот это, это честно моя мечта и я ее даст бог, у меня бабки будут, я ее воплощу в жизнь в в, умень, ну, в меньшем только вот масштабе, потому что мне огромный такой не нужен, потому что ну жилое вот это помещение мне поменьше нужно, но сделать свою стримерскую, у меня такие вообще есть идеи, такие есть возможности, это, блядь, не то чтобы мечта, это прям кайф, потому что все равно в офисном центре я ограничен шумом, понимаешь, я не могу сделать то, что мне надо, а там я развернусь по полной, я тебе серьезно говорю. Лех, до этого момента, мне кажется, те, кто тебя не знали, думают, а где стример-то? Что это за старый вояка своими историями и байками заговаривает зубы, когда придет стример? Лех, ну, честно говоря, я и сам заслушался, сложно поверить, что вот Человек из такой профессии, потом раз, и сидит в Балаклаве, да, ты же начинал в Балаклаве. Блин, бро, это... стримить, играть это стереотип. Я тебе серьезно я просто... говорю, это стереотип. Я могу сидеть с настолько серьезным лицом, вот когда я о чем-то рассказываю, я не знаю, может быть, кто-то замечает, да, то есть, когда мне есть что рассказать, во-первых, есть что рассказать, реально есть. Просто многие вещи я не могу их просто поведать. Можно из себя, я всегда говорю на стримах, можно из себя корчить такого, знаешь уже умудренного жизни, у которого есть семья, у которого есть какое-то положение, знаешь, я такой могу с умным лицом, блядь, здесь поставить себе 25 охранников, все такие будут смотреть, стоять, да. Кому это нужно? Зачем это нужно? Я обычный чувак, который, блядь, пошел он в магазин, в обычный, я не знаю, там, в эти пятерочки, десяточки, шестерочки, купил, я не знаю, все продуктов и пошел домой. То есть я не понимаю этого. Я честно говорю, я не понимаю многих людей, которые нагоняют вокруг себя вот этого, вот, знаешь, вот пафоса, я говорил, Говорю, и буду это говорить я говорил мне говорили тебя на 100 тысяч изменят деньги на 500 тысяч ты изменишься да вообще похер я как ходила я такой хожу как как со мной фотографировались люди там можно сфоткаться да вообще без проблем всегда говорю всем говорил подходите где бы я ни был кушаю сижу еще где-то еще где-то то есть вообще я всегда правда рад видеть людей а начинал ты говоришь ближе к вопросу начинал с балаклавы и это больше знаешь даже что это а я хер его знает. Почему? Ну, образ хотел создать привлекательный. Это образ наверное. 100%, да. Это образ, это загадка. И больше, наверное, все-таки к мото. Ты знаешь, это больше не к службе, а к мото было. Почему? Потому что именно на тот момент я не только начал стримить. Я вообще забил на многие вещи, потому что мне надоели, блядь, эти бесконечные ограничения. Ограничения вообще в нашей жизни, которые нам создают либо наши близкие, либо окружающие нас люди, либо наша работа. Короче, миллиард факторов, Почему ты должен сказать себе нет? Uh -huh. Мне это надоело в определенный момент. Блять, правда надоело. Я устал, когда мне вот это вот: Я хочу себе спортивный мотоцикл. Нет, давай, вот не в этот год. Ну, давай, вот, ну ладно. Ну, вот сейчас ребенок родится, а вдруг что случится? Ну ладно. Потом, ну ладно, потом думаешь, да ебись оно все конем, да сколько можно? А? Просто я взял, я тебе отвечаю, это так и было. Вот у меня супруга не даст соврать. Я просто взял, зашел, вот так вот поставил новый шлем. Положил амуницию, просто поехали, в магазин купили. И просто сказал: Вот это ключи от мотоцикла. Я говорю, пошли все нахер. Я говорю, вот я так хочу, я так художник, я так вижу. И я охренел с реакцией. Все такие, ну ладно. С пониманием мать Я а тебе серьезно семья, говорю, да? я не понимаю, как это работает. Бля, они мозг мне только при одном слове уже он улетал, просто как это так? Да ты что, с ума сошел, тебе заняться нечем. К матушке также приезжаю, говорю, вот мотоцикл. Она такая. Плохо, конечно, ну ладно. Все. Это какой-то просто и, типа, новый левел мужика. Просто-просто да, просто, мужик. Да, 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 да. просто работающий. Вот да, 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 просто знаешь, я так хочу. И то же самое со стримами. Типа. Просто, я сколько раз ты говорил, я вам серьезно говорю. Я просто принес домой комп. Ну, то, то есть ты представляешь, у меня заканчивается, блядь, служба. Параллельно еще я умудрялся постоянно что-то где-то работать, то есть, чтобы какая-то копейка дома в любом случае была. Это уже были вот отгулы на службе, то есть, все, я знал, что, все, у меня в определенные числа закончится контракт. И понимаешь, как бы, я просто купил комп, купил мод, на меня так все дома, блядь, посмотрели, типа, а что делать дальше-то? Я продал тачку. Я тебе серьезно говорю, у меня был x6e71 белый. Ну, не плохо, э, очень. Да, 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 да. Э, и понимаешь, что есть я продал эту машину, я, знаешь, типа такой, и чё? И все такие дома, и чё? Потому что этот x6 это был подарок. Мы, у меня батя продал часть земли, и то есть он себе часть денег взял, и мне часть денег ага. как раз вот на свадьбу, на все остальное было. Я говорю, и вот так вот. Вот не могу я это объяснить, я просто сказал, вот так вот то будет. Есть X6, он был как символ устоев вашей семьи. Ты знаешь, не то, что устоев, это просто был подарок, да, типа, на свадьбу часть денег, естественно, ну, у нас своих были, которые я заработал. И потом, ты знаешь, я так посмотрел на все это, мне так надоели все, вот это, знаешь, вот, я подумал, говорю: нахера мне тачка? Зачем? Ну, она серьезно. Ну, ну машина, классно, да, здорово, да, вот, вот она стоит, вот, вот прикольно. Ну и что, она какой-то мне кайф дает? Ну, прокатился, проехался, да, вау. Потом я что-то просто, я говорю, плюнул, говорю, нет, я буду жить так, как я хочу. Был такой вот у меня переломный момент после службы, когда я просто, мне настолько все надоело, я сказал, я хочу воплотить все свои мечты в жизнь. И я реально начал это делать. Я купил себе проц, э, знаете, эту коробку, причем, по-моему, вообще чуть ли не в рассрочку я ее взял. Потому что реально ну денег было минимум. У меня стоял обычный 60-герцовый какой-то монитор, наушники я себе с микрофоном купил и просто начал стримить. Но стримил я, блядь, я не знаю, каждый день это по 10-12 часов точно я стримил, я точно помню. И ночь, и рано с утра, то есть я просыпался. Тем более, знаешь, еще был прикол, создавалась такая иллюзия, наверное, если честно, немного, наверное, жалею что ли об этом, но сложно сказать, что я жалею. У меня же уже тогда мелко, мелкий был когда я начинал стримить, и я правда, блять, я не знаю, как в соседней комнате вообще в квартире умудрялась твориться вот эта вот тишина. Скольки комнатной? Двухкомнатная квартира, но ну, чтобы вы понимали, это в Хрущевке, две комнаты, ну, сколько там, ну, ну 40, 45, 40, квадратов. 40 квадратов, да, условно, типа, и реально никто не знал, что мать его у хардплея, вот этот вот первый год, и это огромная заслуга моей жены, я не знаю, как она это делала. Короче, как она так вот делает, чтобы ребенок не кричал, не шумел. Это Хотя это самый молчаливый мальчик у тебя он, И он, он, знаешь, он как типа, я стримил, потом раз, допустим, на обед иду стримов, он раз поорет, по, знаешь, покипишует, потом вам опять тишина. То есть, сколько, блин, сколько Шамулет-то было уже? А, ему два года было. Но он, он, он то есть, не грудной был. То есть, вот он ну так. Ну, все равно, как бы, каприз. Два года – это самый каприз. Да-да-да, все равно, да-да-да. То есть, там он мог что-то изобразить, вычудить. Но, блин, это, это было круто. И тогда огромный респект вот в этот момент. То, о чем я всегда говорю, что близкие люди, будь то мать, отец, там, может быть, бабушки, дедушки, да, в зависимости у кого какое там семейное положение, жена ли это, подруга ли, в определенный момент, даже если все идет против, услышьте меня, пожалуйста, кто вот, вот может быть, кто-то меня услышит и, и, изменит немножко свое отношение ко всему. Очень важно иногда поддержать, блядь, просто человека. Я просто попросил, я говорю, можете мне три месяца не выстегивать мозг? Я серьезно говорю, там сразу же начались мама одна, мама вторая, жена. А когда работать, ты о чем думаешь? Я говорю, так мы это проходили. Я говорю, тормозните. Я говорю, дома всегда копейка будет. Я говорю, все. Вот, вот все, вот, вот, вот. Дайте мне тишины и спокойствия. И они мне ее дали. Мне мало того, что мне дали тишину и спокойствие, мне перестали клевать мозги. И постепенно, потихоньку, потихоньку, потихоньку пошло. И огромный респект тогда аудитории, что они реально поддерживали, они поддерживали, потому что у меня была возможность покупать там купить стул себе оборудование, то есть я все 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 первые деньги вкладывал именно в оборудование, то есть вот чтобы создать себе обычный а рабочий место. на донатах сейчас. Да да да, я говорю про донаты, то есть тогда огромный респект просто каждому, кто кидал любую вообще копейку, это было очень важно для меня, потому что я сидел, блядь, на обычном каком-то непонятном, по-моему, вообще стуле поначалу. Я даже не помню, если честно, что было в самом начале. Но это не было никакое не ни игровое, не офисное кресло. Это был, по-моему, обычное... Точно, это была обычная табуретка, привезенная еще с севера. Это, знаешь, такой стул был, такой просто мягкая вот эта вот набивка и все. И я сидел, ты представляешь, это спина просто минус сразу. У меня не было света, потому что я ставил 4S, по-моему, у меня был iPhone. Я направлял, блядь, фонарик Настолько? от него себе в глаза, понимаешь, просто, но ну не было ничего, это сейчас в Икеа ты пошел и купил, как-то тогда, я не знаю, я очень долго вот так вот просидел. Это был какой, семнадцатый год? Нет, 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 это прям шестнадцатый год, да, год. потом постепенно, постепенно, постепенно у меня появилась вот эта вот лампочка темная, то есть я себе прикупил потихоньку, 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 я начал себе докупать все оборудование, за комп отдал, стул взял, клавиатура, мышка, постепенно вот это все началось, пошло-поехало, и я вот, если честно, не помню, в каком году я переехал в студию уже, причем у меня было две студии, одна, в которой я сидел, это, наверное, 4 на 2 метра, такая, знаешь, угу. прям комнатушечка такая, в которой просто я повесил, закрыл окна, потому что солнце, это солнечная сторона, Потом огромный респект тем ребятам, я не знаю, может, меня еще смотрят, кто на кондей мне помог собрать. Я себе купил, блин, сам самый дешевый кондей, чтобы просто, ну, хоть как-то, понимаешь, чтобы просто, блядь, дышать, потому что вот эта студия, она нагревается так, особенно летом, понимаешь, это куча оборудования уже стояла там. Софтбокс стоял, комп, монитор, по-моему, уже два у меня на тот момент уже было. То есть это было, понимаешь, что а -а, это прям, прям просто там жестко. А еще, прикинь, в балаклаве сидишь, это, короче, это полный ад. Второй этаж, пойдем там просто лестница, а? Ну, конечно, не за вот эти вот, да, вот как вот у вас, вот там вот у богатых принято, да. Ну, я надеюсь, еще остались люди, кого можно удивить лестницей в квартире. <свист> ну да, ну да. Угу. После того, что у вас там ребята на канале видели, я думаю, мне сложно чем-то удивить. Здесь, короче, святая святых наша, понимаешь, это, <свист> это, это вот, 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 мы когда, вот, вот именно такая реакция у нас и была, когда мы только-только зашли, потому что мы вот так встали с супругой, я говорю, кого, бля? <laughs> я говорю, в чем кайф этой комнаты? Короче, ну, это, видать, какие-то гениальные мысли предыдущих хозяев. Это балдахин вот это вот, блядь, арабская ночь, блядский этот ковер, самолет и все остальное, да. Не знаю, в чем кайф, не знаю, в чем прикол, но, типа, ну, как бы окей. Потому что, как ты видишь, пространство, оно... И вот и хера, оно ничем не занято, вообще ничем. Здесь даже эхо, блядь, в у тебя типа. была мысль, типа... Сейчас, смотри, смотри, подожди. Лампочка здесь кубки стояли. У тебя да. мысль была типа, ну вот здесь мы с тобой спим, а вот это за для чего? Я вообще? так и сказал, я говорю для чего это, вот это что это такое? Говорит, я не знаю, я говорю, ну и хер с ним. И как бы, ну то есть и все. И вот 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 детская кроватка стоит и как бы и все. То есть... Мне кажется, больше внутреннее ощущение, что ты понимаешь, что да, это вот Да, да, да. Хозяйка вот здесь, не давит ничего на тебя. рисовала картины. Вот у нее, может быть, здесь какое-нибудь приходило озарение, я не знаю, блядь. Но место кучу не использую. Ну... если ты из ФСО стримера то я не удивлюсь, что ты и картину будешь писать, и Я тебе расскажу, чем. Я знаю, что дорого стоит. Чем можно писать картины, потом расскажу тебе за кадром. Да. Ты помнишь, тот день, когда ты снял документ? Конечно, конечно. 30 по-моему, декабря. Это 100% было перед Новым Годом, по-моему, 30-е. Не 31-е, 30 -е декабря. Да, я ее снял. Мне все сказали, не вздумай это сделать. Все, с кем я тогда общался, со стримерами, ну не все, наверное, большинство точно огромный пласт вот это вот, вот прослойка мне сказала не вздумай сделать люди уйдут люди уйдут и просто скажут типа нахер и нам уже ты не интересен Но я правильно понимаю ты же вообще до этого не чувствовал наверное вот этой публичности узнавая я не мог с тобой никто не фоткался да никто не знал вот. вообще были одни, были одни догадки были одни какие-то эти а вот хрен знает кайф ли это Честно, вот этот запретный плод он был очень таким: понимаешь, когда постоянно кто-то что-то хочет увидеть, услышать, вот это вот докопаться. То есть ты сам даешь почву для вот этих вот фанатиков, угу. которые, понимаешь, это уже не просто аудитория это прям фанатики, которые пытаются найти, где ты живешь, кто ты, что ты. Это прям вот эти вот конченые аудитории, которые не понимают, что не надо этого делать, не надо вмешиваться вообще в личную жизнь, потому что зачастую это очень давит. Потому что когда снял маску, стал лучше. Балаклаву. Я снял Балаклаву, эти, честно говорю, я не хотел... Несколько причин было. Первое, это, блядь, Новый год. Серьезно. Мне просто... Я такой, знаешь, типа, как я буду людей поздравлять с Новым годом? Ну, то есть, я такой... Блин, окей, надо снять потом. Спасибо тебе, Леша, но Новый год это цветок. Да, я, да, да. Я вот да, да. точно так ну, типа, же считаю. Ну как? Ну ты представь, ну вот Новый год э, я буду поздравлять в Балаклаве, да, несмотря, там кто-то скажет, нет, ну это же образ, там туда-сюда, я не знаю, для меня это как-то было неправильно. Во-вторых, честно надоело, надоело то, что постоянно кто-то что-то копается, кто-то что-то пытается найти, э, все это настолько осточертело. В-третьих, наверное, одна из самых главных причин, ты знаешь, не хотелось быть заложником своего образа. То, о чем я сейчас говорю на многих вот интервью, то, о чем я говорю многим, многим, многим начинающим стримерам, вы станете заложником своего образа, не становитесь. То есть Слышишь понимаешь нас, Даша Корейка? Щипи! Ладно, не об этом. Ты понимаешь, потом, то есть люди настолько привыкнут к одному образу, что ты им настоящий будешь интересен. Люди должны приходить не на игру. Люди должны приходить не на образ. Это, повторюсь, моя точка зрения ни в коем случае. То есть у кого есть свои образы, пацаны, как бы дерзайте, кайфуйте. Я просто высказываю свою позицию, точку зрения. Понимаешь, люди должны приходить к человеку. Я могу запустить черный экран и просто за жизнь сидеть, разговаривать со своей аудиторией. И люди также придут и будут смотреть. Понимаешь, это... Это настолько приятно, это настолько важно, что они мне, моя аудитория, они мне дают вот так вот весь карт-бланш и говорит, Лех, делай что по кайфу. Бери, хочешь поснимай что-то, мы посмотрим, хочешь еще что-то. То есть нет такого, знаешь, как типа стримера одной игры. Вот чувак сел, да, у него там огромный онлайн, и, блядь, он зашел в любую другую игру, и моя аудиторию заходит, слыша ты чмо. Ну-ка запустил-ка нам вон ту игрушку, которую мы привыкли смотреть. И я знаю, насколько это угнетает людей. То есть они понимают, что ну, типа, его смотрят из-за одной игры. Кто-то не парится, кстати, и тоже правильно делает. То есть каждый, ну, в принципе, здесь выбирает свой путь. Я выбрал свой. Ну, у тебя такие... Не то, что дружеские, я бы сказал, семейные отношения с аудиторией. Семейными сложно назвать. Это очень теплые отношения. Дружеские, я считаю, друзей очень мало, их нет. Товарищеские тоже как не то слово. А вот, знаешь, очень теплые отношения, они, они уникальные. Я тебе правду говорю. Я не то, что там подлезаться к своей аудитории. Я им это говорю уже тысячу лет. Они очень своеобразные. Они где-то могут быть одни. Понимаешь, вот где-то, допустим, приехать, ой, зайти на другой стрим и там, я не знаю, быть вообще другими там быдлом. А сюда они заходят, понимаешь, они говорят, так, Лех, давай, вечерний стримчик, давай нам контентик, все, они сели. Они мне скидывают, как они сидят, чаечек, кофеечек пьют, понимаешь, все, они такие вот. Они хорошие, домашние такие у меня. И это очень приятно, потому что порой, знаешь, в директ заходишь в инстакарточку, смотришь. Там, знаешь, как показывают, там как вместе смотрит кто-то, тебя кто-то с дедом, с бабушкой, тебя смотрит вечерние стримы, потому что ну, там мата нет, типа, и люди ага. сидят, или его мало, очень. Вот, это очень классно. Это очень круто, что получилось тоже сделать такой контент, который могут смотреть все. То есть я зачастую это говорю, допустим, если это хоррор, да, какой-нибудь визаж, я сейчас прохожу, я говорю, ребят, типа, не рекомендую, uh -huh. потому что, естественно, может быть мат, может быть еще что-то, потому что, ну, ты же не будешь эмоции скрывать. А когда, знаешь, какая-нибудь такая игрушка там ламповая, вот там прикольно, то есть я прям кидаю оповещение, говорю, ребят, зовите там близких, все там, сегодня сидите. можно. Все я тебе я те отвечаю, они так и делают, очень многие так и делают, садятся, и вот они вместе сидят. Блин, это так классно, то есть, знаешь, потому что они как бы лишний повод собраться. Мне потом мамы, папы чинить пишут, там дядя, он, не он недавно один тоже чирикал такой. Хороший дядя там у него, судя по фотографиям, я понял, что все хорошо. Он говорит, я не знал, как найти, типа, контакт вот это, а вот мне вот раз вот я зашел, мне понравилось, мы вместе, типа, вот теперь залипаем. То есть мы как бы нашли общие какие-то интересы. И это здорово, правда, это очень здорово. Ну а что, куда дальше? Здесь Выбирай сам. Налево-направо. Давай сначала сюда. Давай сюда. Блин, здесь, короче, мега сейчас инсайды попрут. Значится тоже, я так понимаю, это э, детская комната была от старых хозяев, но здесь девочка, mm -hmm. у, них, у них типа mm -hmm. девочка была, поэтому все в таких розовых этих э, тонах, тоже мы еще ничего здесь в не делали. Розовых. Ну в таких, короче, в бордовых я не знаю. Здесь было, кстати, розовое покрывало. Вот я а, вот да. что в память да. врезало. Здесь самый вообще кайф. Я тебе рассказываю. Когда я поздно прихожу с работы, знаешь, вот это вот, вот эти вот, вот окна, вот дождичек идет, знаешь, я да. что делаю? Я малого за ухо говорю, давай иди туда. <свят> я вот здесь ложусь на его кровать, и знаешь, прям вот так вот лежишь, и прям вот, вот, вот это вот, знаешь, как в деревне, понял, раньше, вот, вот, вот это вот, еще окна открываются, свежий воздух, и тут, короче, прям, здесь очень уютная комната, не знаю, она мне безумно нравится, но... Э, такое, к сожалению, редко бывает, потому что он зачастую говорит, знаешь, что папа? <свят> Нет, <свят> не работает так. На дождик я и сам посмотрю. <свят> да, Поэтому здесь сейчас он пойдет в школу, я ему сварганю где-нибудь, наверное, вот здесь или вот под окном, скорее всего, чтобы поярче свет был рабочее место и будет учиться в этот гранит этот, этой науки, чем науки. Mm -hmm. Ты понял, короче. Аудитория у тебя не только душевная, но еще и благодарная. Да. Самый крупный донат. Блин, самый крупный донат — это стример задонатил Витус. Это бешеный был донат. Игровой валютой, можно да, так назвать, это скин. Скины в КС, КС. правильно? Да, скины в Counter-Strike. Кто не понимает, давайте так на пальцах объясним. Это картинка, да, кто может, у тебя не шарит на канале. Это, короче, картинка в игре. Который потом можно продать в реальные деньги. Вот так вот. Ну, то есть у тебя может быть обычный черный пистолетик, а может быть. Может быть, может быть кухонный нож, а может быть э супер там сабля, бля. Я не знаю. Но при этом там. это просто нарисованный ножик. Ничего мозык. не дает. Да, никаких плюсов, так. это просто шкурка скин. А, вот так вот. А скажем. теперь к цене. Сколько такой стоит, который тебе подарили? 3,2 я продал, его перепродали за, по-моему, 3,8. Мы сейчас Если говорим не про не миллион ошибаюсь. рублей. Да, правильно да Людь? Да. да. Да, это а -а -а. это было что-то с чем-то, потому что он начал в цене расти, то есть когда его Витя покупал, он наверное стоил один плюс, и потом он прям начал расти, 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 то есть когда он его подарил, вот этот скин вырос в цене почти в два, наверное, с половиной раза где-то там. Даже в при охреневшей подорожавшей недвижимости в Москве и Подмосковье, давай переведем 3,8 в квартиры. В клину, это что? Ну, 3,2. 3,2 я его продал, да, со всеми комиссиями, ну, пусть даже 3,1. Но даже три мульта, это условно... Это двушка с ремонтом в моем городе. Двушка с ремонтом я, в клину. Ты знаешь... Однушка студия, но очень круто заряжена. Прям, прям вообще, прям, ну, прям там будут царские хоромы. Либо двушечка с обычным таким, знаешь, ремонтом. Ты раньше коллекционировал скины в КС. Ты сейчас Продаешь, потому что перестал это делать? Нет, нет, был случай, который он произошел прямо на стриме. Если честно, тогда я две ночи просто вообще я вообще перестал спать, я перестал есть. У меня домашние здесь все просто охренели. Все скины лежат в Стиме, ты знаешь. То есть они привязаны к Стиму, да, к игровой то платформе. То есть есть сервис, у которого есть логин и пароль, в который можно войти. Да, да на пальцах. Если вот так вот да, объяснить, то есть я захожу, там уже игры идут. Там одна, вторая, третья, пятая, десятая. И мне вот этот сервис на стриме просто говорит, знаешь что, чувак? А вот блок я тебе кину на твой аккаунт, братан, а у меня там 20 с лишним миллионов скинами. 20, по-моему, вот не соврать бы, ребят, по-моему, там доходило до 22 миллионов. Я точно больше 20 там было. Я правда, я не помню. Мы потому все что еще про картинки в игре. Я говорю про картинки в игре. По факту это ламба Урус просто э, вот стоит да, под окнами да, новое. Да, да. И понимаешь, когда кладут блок, ты ничего с ними не можешь делать. И понеслась, понеслась, давайте мы проверим, вы ли являетесь владельцем этого аккаунта. Я честно, я сколько пользуюсь Steam, я с ним пользуюсь, я не знаю, всю жизнь, сколько я себя помню, вот как эта, наверное, платформа появилась, ты понимаешь, я первый раз даже увидел, как это вообще, что это за хрень как получилось так, что я попал под такую проверку. Они говорят, киньте самый первый ваш имейл, на котором был зарегистрирован этот аккаунт. Я говорю, чего, блядь? Я говорю, это было, я не знаю, в каком там, в четвертом, в шестом, в каком, я в школе учился. Я говорю, откуда мне вспомнить, какой там был имейл? Нет, киньте, нет, бросьте. И вот это вот по кругу, это два дня. Что со мной творилось, ты не представляешь. Я честно, я я просто охренел. И я тогда зарекся на стриме по КС, у меня был стрим тоже. Я говорю, пацаны, если сейчас получится снять вот этот блок, я распродам все к чертовой матери. Потому что я тебе серьезно говорю, ты представляешь, ты лежишь и ты понимаешь, что ты потерял. Просто эти бабки, вот просто возьми, положи в банк, раскидай грамотно вот в недвижку или еще куда-то. Ты можешь вообще в жизни больше нахрен ничего не делать. Ты просто можешь так сидеть и все. Вот так вот смотреть. Тоже, вот на если всех. это 7... Семь... Хороших двушек с ремонтом в клину, то в принципе ты все. можешь очень хорошо. Все, жить. это пенсия твоя, реально. Это да. Ты просто сел вот так вот по полтосу, условно чистыми собираешь, вот так вот, ты сидишь. То так посмотрел, то так посмотрел. А получилось все так, что мне очень помог один человек, за что я ему очень благодарен. Это Серега Старикс, это капитан команды моей ПКС. Он написал, я не знаю, каким-то знакомым с ними, еще кому-то. И Серега, брат, здорово. Это было очень круто, когда прямо на стриме мне сняли этот блок. То есть меня и залочили по-моему на стриме, и блок мне этот сняли прямо на стриме, потому что мы заходим и вот эта надпись, она красненькая, это пропало типа. И с того момента я просто начал распродавать все к черту и матери, я говорю, я больше не хочу это ничего коллекционировать, потому что я просто понял, что может случиться с аккаунтом. Это было вообще просто. Ты, ты даже не представляешь, какие это эмоции. Я реально перестал спать вообще да то это есть это такой нервяк это понимаешь я лежу и понимаю что все это это габела. Пойдем пойдемте в эту комнату это это сложная комната я понятия не имею как ее правильно назвать э, игровая и, и короче правда я я не знаю как ее назвать почему потому что сейчас она используется как обычная игровая комната то есть где стоит плойка угу. Где стоит телевизор, подушки, все остальное. То есть я не люблю, когда знаешь, сильно тихо дома. Как бы то это ни было, наверное, смешным. да, То есть я устаю от шума на работе, от разговоров, но э, мне, допустим, в своем детстве не хватало знаешь чего, когда там друзей можно пригласить. Mm. То есть, знаешь, это, типа, ну особо, во-первых, удивить было нечем там, что там, только Дэнди у меня было, но э, как-то так вот. А, сейчас мы. Ну, нам... в наши дни дефицита ты можешь удивить. Плойка пятая. Да-да-да, плойка. пятая. Да, да, да. Ты это, да. это, так сказать, у перекупов забрал? Нет! Нет! Это мне Sony PlayStation. Ребята, там эти PlayStation, спасибо. Вы мне подарили пло плоечку. Они мне и в студию подарили, и сюда подарили. Да. Нет. Или да. Или... Короче, одну точно подогнали, вторую. Нет, мы не покупали точно плойку. И, короче, я говорю пацану старшему, я говорю, слушай, бро, давай сюда всех, таракань. То есть у них здесь реально есть время днем, когда они могут прийти, там, вечером, не сильно когда поздно, то есть когда там малой не спит, второй. Они могут поиграть, вон, у них подушки накиданы, и могут здесь реально зачилить, побеситься, тут покопаться, в Mortal Kombat зарубиться, там, еще в, в кучу разных игр. Так что, ну, как-то вот, вот такой вот функционал. Комплекс. Ты мне как будто, знаешь, нарочно не замечаешь вот это. <свист> 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 это я тебе расскажу сейчас. У меня спина больная. Ну, э, в силу этих всех троеборий, вот этого всего остального, видать, я себе спину в свое время подубил. Почему именно эллипс? Потому что здоровье, наверное, этот, э, на нем и восстанавливаются многие люди после травм, после аварий. Угу. Он не вредит ни спине, ни чему, потому что беговая дорожка все равно, ну, у кого ноги, колени, спина, больные я думаю, ребят сами знают без меня. Бег вреден. Да, как бы это смешно не звучало. Но на эллипсе очень круто. Мне очень нравится. Купил фирму, я даже не помню, по-моему, вот эту с соли. Почему? Просто потому, что в интернете копался и понравилось. То есть не по Сколько советам. Сколько стоит? Блин, тогда он стоил что-то, мне кажется, в районе сотни. Что-то вот в этом вот диапазоне. Может, подешевле немного. Скажи честно, как часто стоит? Очень часто, правда. Ага. Вот на этой вещи очень часто. Почему? Потому что он не заменяет прогулки по улице. А -а. То есть, если дождь, грязь, говно и так далее, плеер в уши, все, и прям вообще свежий этот у тебя ветерочек, и ты прям вообще прям как на улице. Короче, очень круто. И реально им очень часто пользуюсь. Ты сейчас скинул, да? Слушай, я скинул в общей сложности почти до 120 я догнал вес в свое время. А угу. сейчас во мне 103-104. То есть э, на 16 килограмм я похудел, и сейчас дальше продолжаю. Я это делаю медленно, не торопясь, то есть чтобы без вреда для организма, прям потихонечку, потихонечку, потихонечку. Догнать хочу, ну, я не знаю, 85-90, 90, наверное, вот мой такой вес. Ну, чтобы и чуть больше и работоспособность будет, и полегче для организма. Ну, вообще, как бы пока работал, 85 был у меня вес. Занимался спортом 82,5, по-моему, или 84,5, 82,5, это мы нормативы сдавали. Ну, наверное, в идеале вообще 85 все-таки, ну, полегче будет. Челлендж ходить. забьем с тобой? Легко. А, я сейчас вешу 99. А, ну, понятно. Ну, ну 85, 85 для меня очень хорошая цифра. Хотя в свое время я скидывал до 74, но мне не понравилось. Немного, да, не это, понравилось. это много, да. 85 я бы с хорошей формой вообще огонь. Ну, вынудил на челлендж меня Алексей, поэтому давайте так. Под этим роликом вы собираете 100 тысяч лайков. Я знаю, что у тебя армия вот такущая, вот такущая, и даже для моего скромного канала это вполне реальная цифра. Поэтому 100 тысяч лайков в тот день, в который набирается это количество, мы начинаем отчет ровно 3 месяца. 3 месяца Но. у нас с тобой есть, чтобы... 90 весах... дней, давай сразу, а 90 то начнется день. это, плюс-минус да, день, вот, эти, вот февраль это... там... Ага. На весах мы видим цифру 85 килограммов. Да. Это все, стопроцентная победа. Можно даже поменьше, если у кого-то вдруг да. пойдет. Да, сразу нет такого, кто первый, не первый. Просто три месяца. Да. Кто успел, дней. тот успел. Молодец, да. То есть не рвемся, ничего, просто есть три месяца. Когда ты скинешь хоть последний день все кило? Человек, который из нас окажется ну, ближе всех к этой цифре, соответственно, да. победитель. Второй проигравший. И проигравший человек, знаете, что делает? Привозит одного из вас в Москву. Если вы в Москве классно, если нет из любой точки с любой точки мира я сразу скажу, даже если это вообще там Дальний Восток, ничего страшного, оплатим перелеты, билеты и один день проживания э, здесь в Москве. Все, и мы с Лехой встречаем вас, проводим очень классно вечер и делаем очень клевый презент, очень хороший подарок, который в результате человек выберет сам. У О -о -о. него будет выбор, но он не будет знать, что выбирает. Вот такой поле чудес. Потому что хрен знает, через сколько лет наберет 100 тысяч человек. Да-да-да! Что тогда будет актуально? Да, свидание. Может быть, будем жить так, что это будет банка тушенки, кто знает. Но, кстати, в любой момент, если даже это через год наберет, там, неважно когда, 100 колосей и этот челлендж мы запустим. Да. Если вдруг мы выиграем оба, на что я надеюсь, потому что мы красавчики и мы справимся, то, соответственно, мы в складчину все то же самое сделаем с победителем. А победителя мы выберем следующим образом. Вы. В комментариях пишите, какой подарок вы хотели бы от нас получить и почему вам нужен mm. именно этот подарок. Класс. Соответственно, и нам будет проще, мы да? уже варианты да. накидаем из выбрана да. да. И посмотрим, какие комментарии самые залайканные будут. И выберем победителя. И, соответственно, сами знаете, все зависит от вас. Twitch помойка. Нет. Twitch это. Сейчас. Twitch помойка. Вот сука. Да, нет, все равно. Нет. Не потому, что я боюсь чего-то, правда. Мне боятся уже, наверное, только блока, я не знаю, аккаунта можно. А сколько гал... лет назад ты с, с Твича ушел? Ну, ушел, я так понимаю, ты до конца не ушел, аккаунт остался, но я... ты больше не партнер, да, Твича? Я не партнер, да, у меня забрали галку, у меня 800 с лишним тысяч подписчиков на Твиче. Когда это случилось, ты ушел, и YouTube выбрал в качестве основной площадки? YouTube он и был, на самом деле, в качестве основной площадки. Я с Ютуба начинал, потом в 2018 году я... На два года где-то я уходил на Твич. Uh -huh. Просто, причем, ты знаешь, ушел я, тогда были блоки на Ютубе, очень жестко. Просто могли авторепорт бот, ботами, короче, блокировали канал. Я просто устал от этого. Это в те годы, когда и Версус даже заблокировали. Да, да, да. Жестко, никого ну, не, не Ни жалели. за что. Никого не ты жалели. Ты понимаешь, не было даже причин блока, uh -huh. не было рекламы в этих uh -huh. видосах. Ничего не было. И причины просто не писались. То есть, мы не могли даже понять откуда. Чтоб ты понимал, у меня за год было 7 страйков на канале. 7. Канал вообще должен был уже у, я не знаю, отлететь. Он прилетает, тебе гасится статистика. Через 3 дня тебя берут, просто с нихера, вот так раз. Ладно, продолжайте дальше. И страйка нет. То есть, он даже не показывался у меня. И стата сразу в говно вся уходила. То есть приходилось ее назад, месяца, два, три uh -huh, возвращать. Uh -huh. И вот так вот постоянно вот эти вот качели туда-сюда. Потом просто рукой махнул. Я говорю, все, хватит. Тогда восстановили каналы. Ребятам кому-то поудаляли каналы. Вообще поблокировали там. Я не буду называть каналы, многие их знают. И тогда удалось даже вернуть вообще из блока каналы. Благо, что тогда люди в Ютубе ну, помогали очень с этим. Твич помойка или нет? Ты знаешь... Наверное, если бы она была нашей, СНГшной, это общие правила, понимаешь, это тенденции, которые диктует просто забугорная жизнь. Вот и все. Это помойка, которая дала жизнь огромному количеству стримеров и блогеров. Кто бы мне там что ни говорил, да, правила, да, я считаю, где-то конченные правила, нелояльные к СНГ, допустим. Потому что все понимают эти слова бесконечные эти, и все понимают, что да, наши любимые эти слова запрещенные, у нас они здесь даже зачастую и не подразумевают то, что подразумевает Twitch. Да, то есть там оскорбление меньшинства и всего остального. То есть это просто обычное грубое слово. Правильно или нет, ты пришел на эту платформу, ты или как бы говоришь да с правилом или нет. Это да, но тебе не кажется? Но что... вот этот вот контент, я понял, к чему ты клонишь, то, что вот эти все бассейны, лизание ног, ушей, всего остального и всех остальных частей тела, это это габелла. Я тебе правда говорю, я я серьезно, вот это раньше было лучше. Не хочу говорить, но реально раньше было лучше. Блять, я приходил конкретно на игровую платформу, серьезно. Угу. Были сисько стримерши, но я не морал факт, я не имею ничего против вот этого сиськопечечного контента. Он раньше был, знаешь какой? Типа ты заходил, ну, там девчонка танцевала, там полу, там какая-то, но не настолько даже раздеты. Я тебе больше хочу сказать, что даже боди-арт, он не так блядский смотрелся, как сейчас смотрится вот это вот, все вот это вот, вот это вот. Потому что сейчас уже, ну, я просто, хоть я и ушел встречаюсь, знаешь, так посматриваю со стороны, мне там то скрин какой-нибудь кинут, смотри там, что происходит. Ты такой сидишь, думаешь, блядь, что вообще, что это за херня? Я смотрел твою реакцию на ролик Даши Корейки, причем это была не просто вырезка, а нарезка за ну, лучших таких это, моментов. Это даже мне сказали, я не досмотрел, там сок был в самом конце, а, в самом понимаешь, конце там цимус весь был. Я честно, я охренел, я правда охренел. Я не говорю ничего за образы как бы, ну, образ и образ там, да, человека, будь то пацан, девчонка, вообще, мне честно, мне плевать, кто там М, Ж, кем он себя представляет. Вообще, ну, вот я даже на стримфесте, да, видел, но я не, не испытываю какого-то там негатива, еще что-то. Мне, честно, мне плевать, пока в мою жизнь не лезут, мне вообще плевать, кто что делает. То есть, Будь он там, я не знаю, би, не би, гетеро, я не знаю, там, кем бы он ни был, это его жизнь. Просто не навязывай мне свою там вот эту вот, вот эту, всю вот это. Гетеры, это мы с тобой. Да знаю я, но ну, я перечисляю. Я сейчас, сейчас я знаю, там скажут. Вот. Ну, что началось-то там это, да. Вот. А так, просто я когда это увидел, понимаешь, когда за какие-то морали еще за что-то кто-то говорит, что морально или что аморально, почему вообще мы за это должны говорить, если люди огромное количество людей это смотрит. Кто-то, чтобы поднять себе настроение, кому-то это нравится. Какой, блядь, вообще, ну, если, вот честно, я не то, что дефу, да, там, его, ее, его, я не знаю, там, как правильно сказать. Просто каждый, блядь, смотрит тот контент, который ему нравится. И все понимают, что, да, это, грубо говоря, та же самая Каринка, просто возведенная, знаешь, вот так вот тумблер взяли, блядь, выключили, вот это, выкрутили, да, на максимум. Но почему я, допустим, должен осуждать этого человека, будь то там МЖ, там, кем бы он себя там не вывели, она там себя не возомнила, я уже запутался. Какая мне разница, что он делает? Ну да, идиотизм, да, я зашел, мне не понравилось, я взял, скипнул. Другой зашел, он надо поржать, посидеть. Пацаны зашли, там, я не знаю, школотроны или прям обычные там типы. Го, поржем, да, там настроение поднимет. Там посмотрели 5-10 минут, да, надкинули, вышли. Поэтому, опять же, каждый делает свое. И говорить сейчас, блядь, за какие-то там, я послушал там комментарии некоторых там наших великих, блядь, критиков с Привет огромный, кстати. Да вот эти вот, знаешь, вот, да, ну так не можно, блядь. Вот так вот нельзя. Что вообще вы... Бля, вы сами только нагибались под столом, ручки роняли. О чем вообще речь идет? И поэтому за какие мы морали говорим? Что я, я святой? Нет, я не святой. Там этот святой человек? Нет. Да каждый делает, что по кайфу. Если это не разница с законом нашей страны, блядь, все, делайте, что хотите. И, ну, чувак зарабатывает бабки, по факту фармит. Ну, и правильно делает. То есть, ну, люди кидают, людям это нравится, прикольно. Людям это заебет, уйдут э, смотреть, допустим, другой контент, ну, возьмет он перестроится, скажет потом, нет, я девочка, или наоборот, нет, я мальчик, нет, я не знаю, я себе писюн э, отрезал, а вот титюльки нарастил, все скажут, о, что-то новенькое, давай зайдем. Но опять же, насколько долго этот контент, это как с руки базуки, помнишь? Э, с Сережным. То есть он был одно время интересен, потом он перестал быть интересен. Почему? Потому что надоело. Одно и то же. Здесь то же самое. Но при этом осуждать за что? Чувак взял и просто на ровном месте начал бабки рубить. И правильно делает? И популярность собрал, и свою аудиторию собрал. Большую? Да. Огромную аудиторию. И типа, учит он чему-то. Вот это, знаешь, вот это, блядь. Э, нет, ну, стримеры должны учить. Э, я уже устал это слушать. Честно тебе говорю. Стримеры зачастую должны учить э, вот как ты общаешься, допустим, там, со Славой Бустером. Он же вот, вот так орет. Бартанчик, балуешься вот этой хуйцушкой, Да. Вот этой, вот этой любишь, да, пососать. Пошел да, нахуй! Или там с другими, с Твича. Uh -huh. Я говорю, блядь, я говорю, это их контент. Сколько раз это повторять? Причем говорят даже люди, которые к стримам не имеют отношения. Вы понимаешь, но это же наши дети. Это вот мне вот тут во дворе здесь вот мне ляпнули. Вот смотри, у меня сын смотрит, ему там что-то 12 лет, и показывает Славона, блядь. Я говорю, ну дальше что? Нет, ну это же это же, это же такой пример. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, сейчас придет, ребенок, мне реально стало интересно. Я говорю, придет ребенок в школу у тебя, и он там этого не видит. То есть, причем при этом мать сидит, чтобы ты понимал, курит и винчик пьет на лавочке. Mm. Вот здесь. Я не буду там называть кто и что. Просто сам факт. Блять, каждый какие-то, знаешь, морали начинает говорить, зачем мы это Но говорим? Это те же люди, которые говорят, что Моргенштерн плохо да. влияет на наших да. детей. Я тебе серьезно говорю, вот как бы я к Моргену, да, к его музыке не относился, честно, мне безумно нравилось э, его вот начало карьеры. Безумно нравилось. Мне как человеку, да, мне 33 года, э, и я реально, мне, мне очень нравилась его подача, вот эта вот вся вот, его, вот эта история. И опять же, вот он недавно, да, делал благотворительный стрим с Валакасом. Я зашел, ну там, определенную сумму денег сдонатил, я ему написал, я говорю, Морген, я говорю, музыка у тебя говно но делаешь правильные вещи. Он на самом деле, ну, приколы, наверное, не выкупил, потому что я это вторым донатом кинул. Он вроде как обиделся, если что, там, не обижайся, это каждому свое. И то, что он учит, ну, ёпта, ну, возьми, оградись, я не знаю от этого. Не слушай эту музыку, он все равно ее услышит, он все равно это узнает. Я не знаю, закройся, уедь в лес, отними у ребенка телефон, он будет смотреть у друга это тогда. Не значит, что раньше было лучше, блядь. Раньше просто было по-другому, другое время раньше было, понимаешь. Сейчас еще, я тебе говорю, попомните мои слова, так вот палец поднял этого Ванга, что пройдет время и рэп станет непопулярным, станет популярным, я не знаю, металл, панки вернутся, я не знаю, эмо вернутся со своими челками. Все циклично, все замкнуто и просто надо этого дождаться. Поэтому кто там говорит, что кто-то там стримеры или певцы, Моргенштерн или еще там кто-то влияет на наших детей. Расслабьтесь просто. А это просто такое время и все. Меня касаемо Твича конкретно, вот такой вопрос как бы не дает покоя немножко. С одной стороны, я тоже все прекрасно понимаю, что ради хайпа люди делают все больше и больше трэш, фрики и прочее. Это все можно понять и можно понять, почему их смотрят. И можно понять, почему там дегроидные тиктоки в топе. Mm -hmm. Все можно понять. Но вот чисто мою такую, может быть, какую-то внутреннюю русскую душу тревожит такой парадокс, что на Твиче ты, условно говоря, не можешь там даже уже человека девственником назвать, да? Ты отлетишь в бан сразу, mm -hmm. потому что это оскорбление якобы. Mm -hmm. Не говоря yeah, уже yeah, yeah. на запрещенные <laughs> слова, на П, на н и так далее, yeah. да? Которые всякого рода меньшинства и расы обижают. А сказать там да пошел ты нахуй я твою мамку ебал, да, это пожалуйста, да, ну, да. Ну то есть вещи, которые в нашем языке, в нашей культуре, я сейчас не только про русских, а в принципе, наверное, про славян, а может быть и еще шире, да, наверняка во многих народах Конечно. мама это святейшая, святейшая, да. А там как бы ну говоришь ты, ну и говоришь, твое дело. Но ни в коем случае не называя человека девственником. Смотри. Ты сейчас, на самом деле, по моему мнению, немного не прав. Объясню почему. Хочешь? Просто э, вот моя какая -то точка зрения. Вот смотри, вот эти все темы, да, то, что там мама, святой, я полностью согласен. Но понимаешь, ты же сам прекрасно это знаешь. Блять, это интернет, бро. В интернете все немного по-другому. Это, это вот, вот так вот, вот, вот принято, понимаешь? И это не значит, что надо вообще на это агрессировать. Мне кажется, я не знаю, мою матушку выгуливают каждый день на стриме. К Постоянно. Не взял в катку, все, автоматически ты с ней знаком. Но это же не значит, что я, блядь, буду там добиваться, там что-то кого-то там пытаться, там достать, еще что-то. Ну, сказал чувак, сказал, типа, говорит, да пошел нахуй, я тоже с твоей знаком. Это, это просто интернет. Хотя, ну, если э, со стороны обычных людей, да, не игровой э, особенно тематики, просто обычные типы, которые заходят, смотрят YouTube. Да, это аморально. И, наверное, для меня бы это тоже было аморально. Я даже не про моральность а про факт двойного стандарта, понимаешь? А, двойной стандарт, конечно, то, конечно. Смотри, конечно, я за конечно. то, чтобы была свобода во всех смыслах. То есть, если э, они ебали мамку, то и не а пизде да. Я вот за что. Ну по факту. Вот. То по есть, факту. да. То есть, если вы можете говорить все что угодно в интернете, я за. Но тогда говорите все полностью, что угодно, да. 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 Либо, если да. вы ставите определенные рамки и правила, ну давайте их как-то приведем к общему знаменателю, да? Не будем делать разброс. Здесь, да, здесь ты прав. Это неправильно то, что здесь вот так, а тут вот так. Знаешь, вот в этом плане на стримфесте мне понравилось, как вас сказал. Нам пох, мы с СНГ, говорите, что хотите. У нас свобода слова. Все, что не противоречит закону, дерзайте. И все, и поехали. Я с недавно фильм на ВАЗде посмотрел. Там, там, понимаешь, если бы я его посмотрел на Твиче, это все. Это прям, понимаешь, вот там вот первые пять минут по чату можно блокировать всех. Понимаешь? Но это же не значит, что они плохие люди. Они просто, ну, поугорали, им потом надоело. Они сидят, все, дальше кинчик смотрят. Поэтому, ну, Здесь, понимаешь, блять, в интернете чуть-чуть ну, все по-другому. Здесь место думы, понимаешь, а -а -а. здесь это вообще, это мы зашли, когда я говорю, боже, эта квартира, она лучшая, потому что всегда был этот сральник, вот эта вот маленькая ванночка. А здесь, понимаешь, от старых хозяев осталось целое джакузи, причем оно все работает, они вот за всем смотрели, тут оставили кучу всяких этих средств, короче. Не знаю, сколько оно стоит, типа там в комментариях люди, наверное, больше знают, но очень крутая тема. Блин, это реально крутая, потому что, знаешь, круто там с уточками там поплескаться, там у меня уточки стоят, там. да, так что как-то так. И здесь вот очень часто я вообще в ванной люблю поваляться, там, знаешь, позалипать или в ноут, или в телефон. Поотвечать там на какие-нибудь вопросы. Кстати, вот здесь вот очень часто на комментарии отвечаю. Вот именно в последнее время, в ближайшие, наверное, вот несколько месяцев, я прям, знаешь, здесь прям место ответа на все комментарии под видосами, там в директе, везде, везде, везде. Я прям, вот здесь, вот у меня вот место такое, знаешь, от творческого порыва. Ты понимаешь, что ты такой секрет раскрыл каждый и теперь, когда будет читать ответ на свой комментарий, да, да, представляешь, да. что ты голым это делаешь? Да, обычно, кстати, так и бывает. Какая у тебя главная ценность в жизни? Ну, конечно, семья. Семья и мама, наверное. Это самое вообще, наверное, это у любого человека нормального. Нашего поколения, возраста. Вот. Наверное, да, наверное это. Есть вещи в жизни, о которых ты жалеешь? Да, конечно. Ты можешь что-то вспомнить, вот, чтобы ты прям был готов на машине времени вернуться, отмотать и изменить? Это в ближайшее время или вообще? Ну, вообще в жизни, может быть, что-то есть, чтобы ты изменил и коренным образом. Очень много бы поменял, что вообще в интернете. Вот все, что меня связывает с интернетом, очень много бы что изменил. Правда, очень многие вещи я бы в первую очередь себе поменял, а не в людях. То есть в своем окружении более внимательно стал к нему относиться. В своем характере бы сто процентов его изменил, потому что зачастую слишком вспыльчивый. И последний вот, наверное, год я прям очень изменился в этом плане. Я стал миллиард раз, мне кажется, спокойнее. Потому что, ну, со временем жизнь она учит всему. И что бы еще изменил? Ты знаешь, а я бы даже, наверное, ничего больше и не менял. Меньше бы, наверное, каких-то обещаний давал аудитории. Потому что, понимаешь, ты гонишься за чем-то. Такой, я хочу, 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 блядь, и ты забываешь зачастую то, что ты там где-то что-то пообещал, где-то что-то сделал. И благо, ну, что ребята многие понимают то, что, ну, ты это делаешь из благих, грубо говоря, побуждений. Но некоторые вещи рождают определенное количество разоблачений всяческих. Конечно, конечно. Чтобы, да. Да. чтобы ты понимал, я там не желтостраничный журналист, чтобы сейчас чего-то докапываться. Я вообще не хочу эту тему сейчас поднимать диалоги. Те, кто знает, знают, те посмотрят. Но, я так понимаю, ты об этом сейчас говоришь. Чтобы вот таких вот видео не было. Потому что ты создаешь образ, ну, по крайней мере, я за себя скажу, для меня ты такой душевный добрый богатырь, который вот именно как раз, наверное, несет что-то для своей аудитории и дает чуть больше, чем дает среднестатистический стример. Не просто хорошую игру, не просто душевное общение, а вот есть в этом какой-то подтекст междустрочный, из которого можно что-то почерпнуть и какой-то смысл применить к своей жизни, вот как мне кажется. Если бы я тебя хотел описать, я бы тебя вот так и описал бы. Слушай, может быть, наверное, отчасти ты прав, это не мне судить, но ты знаешь, был момент, я говорю, в моей жизни, когда я очень много ошибок допустил, и, как тебе сказать, в интернет-сфере именно. И в первую очередь, это, наверное, знаешь, я на самом деле в очень многом разочаровался. И причем это не только в каких-то там чертах своего характера, либо где-то что-то я где-то лишнее сказал, кого-то обидел, оскорбил. Ты знаешь, это, наверное, больше вообще в людях в людях, которые, пока ты нужен, они с тобой будут рядом. Они будут сидеть с тобой за одним столом. Я тебе больше хочу сказать, есть еще один тип людей, которые я для себя открыл года, наверное, полтора-два назад. Уникальные люди, которые скажут, что ты плохой за твоей спиной. Это ладно, это mm -hmm. полбеды. Про тебя кто-то что-то сказал в интернете, они это посмотрят, скажут, вообще чмо полное. Есть такие люди, которые умудряются тебе после того, что они сказали, на огромную аудиторию, ну, относительно огромную. Они тебе пишут в личку и говорят: слушай, мне там на Твиче каналчик забанили, а ты можешь мне помочь? Это же и... называется плюют в колодец, из которого это, потом. Бьют, это, да? блядь, next gen. Я тебе серьезно говорю, это. И знаешь, что самое печальное? Это нихуя ни один, ни два человека. Их реально очень много. И не хочу этим никогда потыкать: знаешь, типа, ну, если ты согласился, то помоги. И я помогаю таким людям, даже несмотря на это. Лех, ты счастлив? Блять, да. Я тебе серьезно говорю. Я счастлив настолько, насколько это возможно. Правда. Потому что, ну ты представь, я молодой пацан реально, мне 33 года всего. У меня в жизни есть все. И у меня есть даже больше. Вот у кого-то есть товарищи, да, которые приходят и делятся чем-то. А у меня, ты представляешь, их сколько? Я реально могу вот даже когда у меня ребенок да вот заболел сильно второй, я приходил и я все свое какие-то вот эти вот проблемы я забывал на своих же стримах и я понял спустя пять лет стриминга, что мне люди писали, когда они говорят, что у кого-то ушел из жизни кто-то, у кого-то еще что, куча разных ситуаций в жизненных может произойти, люди приходят говорят, мы смотрим твой стрим, мы забываем про это я этого все равно, я понимал, но не настолько, вот, как вот я понял это сейчас. Когда ты приходишь, и ты реально осознаешь то, что ты сам же на своих стримах, ты отключаешься. Ты отключаешь голову, ты отключаешь все свои проблемы. И поверь мне, я приходил на стрим, я мог полчаса, час, особенно вот, когда вот эта ситуация у меня в жизни возникла, я мог сидеть и потом бам, и давать людям контент. Не потому что я Через силу это делал, а просто потому, что я был рад им, Я был рад их увидеть. И люди даже многие не знают вообще про проблемы, которые я... Ты, вот у меня нет, ты не найдешь в Инстаграме... Блять, я здесь машину разбил, смотри, я маме машину купил, а вот здесь вот дай жене, смотри, какой подарок сделал. Блять, это как-то, ну, типа, ну, такое. Каждый, конечно, сам свой контент строит, но uh -huh. для меня, допустим, это, понимаешь, ну, это как, как, как само собой, разумеется, должно быть. То есть, допустим, близкому человеку какой-то подарок сделать, или там матушке, допустим, вот машину вот, купить, там дом построить. Этим не надо кичиться и гордиться. Этим, блядь, это должно быть, как как сказать, как у каждого это в крови должно быть заложено. Для чего мы тогда вообще живем, для чего мы существуем, и для чего мы вообще работаем, для чего нам эти деньги? Они именно для этого и существуют, чтобы просто радовать, наверное, близких людей и людей, которые вас окружают. Полностью с тобой согласен, вот Лех. У тебя мечта сейчас есть? Есть. Я хочу отпуск. Я просто хочу пять дней отдохнуть вообще от всех, от всех и от всего. Я правда, я съездил на сутки в Анапу, вернулся, у меня знаешь такая слеза такая, блядь, скатилась, я говорю, как же у вас там хорошо? Когда ты отдыхал последний раз? Я не помню. Я вообще не помню, когда я отдыхал, чтобы вот прям я приехал и вот прям вот вот прям все отложил. И вообще не думал о работе. Что тебе мешает сейчас поехать на пару недель на All Inclusive, полежать ничего, и кайфануть? Ничего. Ничего. Деньги есть, все есть. Я не могу. Я ездил в свое время с супругой. Короче, я на третий день, я уже начинал это. Типа, я не могу долго отдыхать. Какие-то зачатки тру трудоголизма конкретно. Это, да? это, это ненормально. Это ни в коем случае не будьте такими. На самом деле это плохо, потому что кто-то кто все ждет, когда я перегорю, еще что-то. Ты, блядь, вы устанете ждать, потому что я, понимаешь, я не могу отдыхать. Вот я ложусь спать, да. Вот я прихожу, лег, лежу и думаю. Так, вот сейчас заброшка, вот сейчас вот то, вот сейчас вот все. Раз, пошел, чай попил, взял листок бумаги или ноутбук. Uh -huh. Сидишь, раз думаешь. То есть, какая-то, понимаешь, мысль приходит наверное, со стороны я вообще не знаю, как это выглядит. Мне кажется, у меня вот нормальная бы супруга сказала бы: "Ты конченый, просто конченый, реально". Потому что понимаешь, это как знаешь вот каких-то чокнутых этих людей, которые вот они вот идут идут, он сидит сидит думает думает думает. У меня иногда знаешь мысли крутятся крутятся крутятся, потом бам. Я сажусь, и все, и на два часа меня нет. Я сижу, я могу сидеть вот так же, вот, знаешь, думать. А вот здесь вот так, а вот здесь вот так, а вот тут вот так. Так, 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 и, знаешь, пошла вот эта паутина такая, прррррр, везде поползла. А отдохнуть очень хочу. Отдохнуть, знаешь, от суеты вот от этой. Не от контента, а именно от суеты. Но я чувствую, мне это не получится в ближайшее время сделать, потому что планов очень много. И я думаю, сейчас на канале Hardplay появится такое количество контента, который, ну, его, наверное, он был в каком-нибудь восемнадцатом, наверное, году. Поэтому как-то так. Разговор у нас сегодня с тобой долгий получился, Леш. Сорян, да, я. Нет, Нет, это хорошо, это хорошо. Но может быть в череде огромного числа вопросов не прозвучал вопрос, который ты хотел в своей жизни услышать хоть от кого-то, не обязательно от меня. Вообще в целом вот давай интервью, услышать тот вопрос, на который ты хотел дать ответ, чтобы люди это. Есть в... такой вопрос. Наконец-то узнали. Есть такой вопрос, я тебе сразу его могу сказать, и многие меня сейчас не поймут. Во-первых, сорян, что так долго. Я правда, я просто... Блин, мы с тобой очень давно уже знакомы, с тобой, с коллегой стоим, да, по цеху. Вот, я правда, ребята, вы когда приезжаете, то есть, или приходите там куда-то, вот на стримфесте, да, вот мы там увиделись. Блин, для меня это, как сказать, вы крутые просто, реально, чуваки, которых я рад там и поддержать, и видосики посмотреть, там, и еще что-то. Просто как-то, ну, вот, как знаешь, как товарищи общаются, поэтому я хочу более развернутый ответ дать. Поэтому сорян там, если сильно много воды налил. А какой вопрос, перейдя уже к твоему вопросу, как дела? Вопрос. Ты будешь смеяться, это будет банально, но зачастую мне звонят в 99-9% случаев, кому-то что-то нужно от меня. Кому-то, у кого-то что-то случается, у кого-то что-то, деньги закончились, бля, кто-то по морде где-то получил. Я не знаю, канал кому-то забанили, еще, 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 еще. Я сейчас в сутки, в одни, откройте вот тайну, Плюс-минус. Удаляю по одному человеку из друзей ВКонтакте. Знаешь почему? Я просто открываю. Вот год с человеком я не переписываюсь. Если ее, она пустая, ее вообще нет. Либо она там была там, знаешь, год, два назад. Угу. Я, ну, не знаю. Нет, нет, не вижу смысла. То есть, казалось бы, да, там, может быть. Почему бы не оставить там? Но просто иногда настолько важно, когда, знаешь, просто человек позвонит, скажет, слушай, Лех Годом я не знаю, посидим где-нибудь вместе или еще что-то. Поверь мне, бля, какой бы у меня не был лютый график, конченный самый, я найду время, я ночью приеду в Москву и просто посидим. Не жаловаться на жизнь, не кого то обсуждать, а просто, блядь, вообще не говорить о работе, просто посидеть, я не знаю, и вот просто как люди пообщаться. И вот порой вот этого не хватает. Потому что, к сожалению, ну, так как крупный канал, все видят, как, знаешь, источник каких-то своих желаний, возможностей и всего остального. Тогда я тебя жду в гости. Давай. Есть секретный бункер. Секретное место силы. Так вот, почему-то нам эту дверь не открывал? Да, это как этот Волан Де Морт или как кто там, чи-чи-чи кто там. Пойдем расскажу. Это, значит, место, во-первых, история. Мы сначала не поняли, что за прикол. Потому что, как все знают, да, любые чердачные помещения, тем более, ну, в жилых домах, не в частных, а в жилых домах, а это жилой дом, угу. они используются как техэтаж. Ну, То отлично. есть, да, где там провода, там всякая херня, гульки живут и, и бомжи. Вот, неважно. Значит, здесь мы, когда начали смотреть квартиру, нам такие говорят, ну вот здесь как бы 200, а но здесь не 200. Я говорю, чего, блядь? И кого? Они говорят, здесь есть такая вещь, и я не знаю, как оформлено это все. Я тебе серьезно говорю, это все оформлено, понимаешь? как-то умудрились, технический этаж у меня прям в плане квартиры, прям он прописан. Мы платим за эту квадратуру, то есть он просто как Как плюсов. часть квартиры. Да, да, и это не входит в эти 200 квадратов. То есть на самом деле, я думаю, квадратов 270 это квартиры нежилых. Я тебе рассказываю. Тут есть один погребок. Я тоже вот так же сначала там одну дверь открыл, вторую. Я тебе, значит, рассказываю. Здесь есть вот такая штука. Вот такая вот, вот видишь, вот, то есть здесь вот ничего, как бы, как бы вроде как подъезд. А вот там вот наверху идет вот такая вот оп! Ага. И знаешь, она докуда идет? Мы просто сюда сейчас не залезем. Там, как у дома крыша, то есть она очень высокая, но он ты отсюда можешь увидеть, то есть там прям потолок вообще просто он, я не знаю, какой в музее. И вот это помещение, ага. оно идет. Вот если вы ванну откроете, короче, вот открой дверь в ванну, вот, вот пусть вот сюда чувак с камерой встанет, Иди сюда, вставайте. Сейчас покажу, докуда оно идет, чтобы вы просто понимали. Ребят, вот это помещение, оно идет вот оттуда и вот до прям угла. ты при... То есть, Слушай, вот это ну, в все. метров сколько? 20? 40 почти метров. 30, 30, 34, 35, 36 метров. Что-то вот так вот. там Это целая однушка у тебя, да, там еще да на третьем да, этаже. Да. Я когда спрашивал у хозяина, я говорю, ты что здесь мутил? Типа, что это такое? Он говорит, блядь, я хотел бильярдную сделать. Он то есть сделал там черновой весь ремонт, вывел провода, гипс картоном, все-все-все сделал. Но просто то ли бабок не хватило, то ли руки у него не дошли до этого. Он говорит, я хотел туда вот такую винтовую лестницу и типа туда подниматься с мужиками там типа тусить. Ага. Но там есть один прикол. Вот я говорю, просто нет, нет возможности туда забраться. Там есть огромнейшее, блядь, панорамное окно который О -о -о. можно увидеть с этого, с улицы. Прямо оно, знаешь, такое аркой, и оно огромное. И вот там вот, э, я думаю, знаешь, что поставить этот на звезды смотреть. Там, знаешь, там прям а, такой... Телескоп. О! Это с детства тоже мечта. Дурная, правда. что-то на богатом. Ты понял? А? Я же не зря ваши видеоролики, то вот эти смотрю лайкаю, сейчас посмотрят эти милли миллиардеры, мужики, я все смотрю, пытаюсь как-то, да, тоже. Вот этот телескоп, и знаешь, такой гамак, вот это вот, вот, я так вот качаюсь, потом вот так вот латешечку вот так вот с мизинчика топырил, я как аристократ попиваю. И на звезды смотрю, представляешь? Как... Мля, он дурак, да? Но мечта, мечта, да. Получается, у этой квартиры был один владелец для тебя? Да, да. Как дом построился, дом в седьмом, по-моему, году, в шестом, седьмом. Но по твоему рассказу, он хозяин клина. Не, он не хозяин клина, это чувак просто, который совладелец компании, кто строил... Это дом а -а -а. весь. То есть с момента застройки он сразу под себя взял сразу, два этажа да -да 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 -да. и сказал, это будет моя квартира. Это моя просто хата и все. Кайф. Ну, мы да. вообще молодец. Потому что здесь свое отопление. Угу. Вот мы просто не зашли, не посмотрели. Здесь свой газовый котел. Здесь... Поэтому я говорю, и квартиры сложно назвать. Это прям, ну... Это дом, блять, по факту. Это, ты знаешь, большая проблема двухуровневых квартир, которые собираются вот. по отдельности, потому что там что-то как-то не вот, вот А здесь двери замуровываются. Единая экосистема, ага. понимаешь, Это то кайф. есть здесь все сделано именно как вот одно жилое помещение, то есть оно изначально так делалось. И в этом есть кайф вот этого вот этой вот квартиры, и она реально по-своему она эксклюзивна, несмотря даже там на старенький ремонт. Ну и на фоне джакузи, которая за нами подглядывает. Давай озвучь нам ценник. Ой. Я просто понимаю, что была бы это Москва. Это сейчас была бы это очень забей. кругленькая, Это очень забей, кругленькая, да. цифра. Это Этот ценник был бы даже не в центре, вообще там за 100, наверное, туда бы он укатился. На самом деле здесь ценник мы брали чуть меньше 13-13 миллионов. Это вот как она есть, квартира то есть со всем ремонтом, со всей мебелью. Вот они ее просто оставили и уехали, как знаешь, эти кочевники. Вот, поэтому как-то так. Вот. Блин, ты даже вообще не супер даже дороже, чем твоя ну, машина. Это 100 километров от Москвы, понимаешь? Это это вот час по платке, грубо говоря, и вот ты здесь, и вот у тебя есть вот такие хоромы. Сколько бы они стоили, ну, ближе к Москве, даже в том же самом Зеленограде, это просто забей. Это X5 сразу туда можно закладывать ценник. Так что как-то так. Тем ну, более своей жизни там... это кайф же. Бро, я тебе честно говорю, это даже много для моей жизни, и я не привык вообще в таких квартирах жить. Это вот это не то чтобы кайф, это на всю, наверное, жизнь. Это была моей мечтой жить в хорошей квартире, там, где есть дети, там, где есть вот эти вот, вот пацаны, которые вечно там приходят, играют, где я могу спокойно лечь поспать, чтобы мне никто не мешал или поработать. То есть, как вот в кабинете. Поэтому эта квартира, наверное, отвечает всем моим требованиям. Я бы сделал здесь ремонт, сделал. Нам Сделали проект, но честно говорю, у меня пачка просто до пола упала и все. А сколько надо? Столько же, сколько стоит квартира. Сколько детишек ты хочешь? Блин, я вообще хотел я не знаю, я хотел одного. Потом мы очень ждали. Это не это не внезапные сразу говорю дети, которые знаешь быть... спонтанно появились, потому что вы чуть не успел ее Это Шутники в комментариях, я просто знаю, а, что они, уже, я уже, уже, они ты, уже написали. Ты решил ты знаешь, репутацию разрушить просто. Они уже написали, они поставили на стоп, вот где я сказал, что хотел одного, они уже написали, я знаю. Эти хейтеры эти ваши. Поэтому вообще как бы хотели одного, потом очень-очень-очень-очень долго ждали второго, у нас ребенок там по здоровью немножко не получался, но потом вот Бог дал еще второго. Третьего хочу или нет... Блин, ты знаешь, наверное, наверное, уже нет. Не знаю, хочется. А третью? Я вообще, блядь, дочку хотел, честно О, тебе говорю. А? А, но я прям, знаешь, хотел вот эту вот дочку. Потом я что-то так подумал. Вот это вот все хотелка она до момента, пока супруга не рожает. Потом ты уже думаешь: блядь, вообще без разницы, кто там она? Дочка, пацан, просто пусть все будут здоровы, пусть все родятся, разродятся, и все будет хорошо. И сейчас я настолько счастлив, что у меня два сына, которые они безумно меня ждут, они безумно меня любят. То есть как принято, да, что там типа ближе к мамам, ложь пиздешь, провокация, потому что эти пацаны, они всегда ждут, даже маленький ребенок, он очень меня радуется, он там где-то даже если плачет, перестает плакать, когда я домой прихожу. Это очень круто. Это, поверь мне, это лучшее, наверное, что вообще может быть в жизни. И ты знаешь, я думал, что дети это такое вот, блядь... Вот это вот, знаешь, геморрой постоянный, вот это вот нам навязано обществом, знаешь, то, что это вот прям, прям вот это вот, вот это все сложно. Ну, нихера. Когда ты их ждешь, когда ты их хочешь, ты радуешься. И растут они очень быстро. То есть не заметишь, как сейчас уже этот он ползает, он вроде только-только орал, пищал, мы его с роддома забрали, он уже ползает. Сейчас, блядь, полгода, он уже будет ходить и все. И потом со старшим, со старшим они уже будут вон гонять, у них сколько? Шесть-семь лет разница, да, получается? 6-6 лет. Ну и там не заметишь, как и что. Так что я счастлив, считаю. Спасибо, что не забывайте, я знаю, что это. Я люблю долгие речи, но сейчас я хочу просто пожелать тебе, чтобы ты отдохнул по-настоящему с семьей. И вот смог отдохнуть не только физически, потому что ты это можешь себе позволить, и финансово, но и смог отдохнуть вот здесь. Морально. Да, да. -да. Трудоголия, конечно, труд... тяжело лечится, но я думаю, что на пару недель ты ее сможешь победить. И где-нибудь на островах пацаны побегают, с женой полежите, отдохнете, а я на тоже море побегал, посмотрите. Я да? да. голой, как побежал по ну, Ладно, не об этом, я тебе потом расскажу. Лех, спасибо вот. тебе большое. Спасибо, родной. Спасибо, ребят. Спасибо всем, кто смотрит нас и поддерживает. И не обращайте внимания, это сейчас нам скажут. Они, он, видишь, мы все красимся, все молодимся, но рожи-то стареют. Так что это, вы нас все равно смотрите, там лайки вот эти ставьте. А мы что-нибудь хорошее сделаем. Все, давайте. Не скучайте на пасаран, там все дела, сейчас расплачемся и начнется. Большое спасибо за просмотр. Если у вас, ваших друзей, знакомых есть дом, квартира, дача или любая недвижимость, которую вы хотите показать в моих выпусках, обязательно напишите мне в Инстаграм, там мы и договоримся. Ну а пока поставьте лайк под этим видео, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики, напишите в комментариях что-нибудь приятное. И я, как всегда, разыграю 5000 рублей, выбрав самый оригинальный, смешной, прикольный, веселый коммент, который мне больше остальных понравится. Человек, который в предыдущем выпуске стал победителем, забрал 100 тысяч рублей, которые разыгрывал Александр Орлов. Это ты. Твой комментарий самый крутой, на наш взгляд. Поздравляем. И 5 человек, которые забирают сертификаты по 10 тысяч рублей в любой из ресторанов Тануки. Ребята, это вы. Поздравляю. Спасибо вам за креатив, юмор и за то, что вы такие классные, добрые и позитивные. До новых встреч. Пока.